на канале Asmodeeplay. Продолжаем играть Стражи Галактики. Давайте продолжить. Глава 13. Вопреки всему. Ну давай, раз вопреки всему. Да ладно, мы что, правда туда полетим? Говорят, да. С колец Маклу 4 постоянно льется огонь на головы грешных выродков, живущих внизу. Давай. Это что за бетонные плиты? Что-то разрушено было? Отпад. Уверен, на деле все гораздо хуже. Точно. Многие мои земляки отважились на этот опасный путь до меня. Так и не вернулись. Прекрасно. Блять! Хватайтесь за что-нибудь! Почему бы эти плиты не скинуть? А, ну вот они падают, видите? Пижон. А то, зачем ты боялся? Летим, летим. Мять! Я летить! Нет, нет! Подождите, от меня-то... Сдохли! Системы ремонта перегружены! Чё от меня-то сейчас зависит? Разбиться, старайся попасть в Финфанфума! Мы не разобьемся! Да ещё как разобьемся? Да я не понимаю, как тут управляется, если она неуправляемая. Тебе... В любом случае сносить надо. Я хочу сбросить скорость. И как рули, это? Рули! Хватит орать! Рули! Давай, давай, Береги давай. Берегись той штуки, Питер! Которой? Да о, блин! Не надо во все врезаться! Питер! Беречься той штуки, так. Да, я понял. Ой-ой-ой-ой. Виноват, это было ненарочно. Так, о, хвост! Нахрен! Как я должен, если она никак не уходит с траектории? Какую мышь ушевели? Ну-ка. Мяч! Я летит! Нет, нет! Ну ни хрена, вон! Сдохли! Системы ремонта перегружены! Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Финфанфума! Во! Мы не разобьемся! Да еще как разобьемся! Некоторые в любом случае задеваются. Я же, вот, например, вот это. Мяч! Я хочу сбросить скорость! Блин! Рули! Рули! Хватит орать! Рули! Надо как-то Береги выравнивать. Штуки, вот. Питер! Все равно задеваем. Ну все равно задевали. Как так-то? Ладно. Ненавижу эти леталки, гонки, вообще терпеть не могу. Кошмар. Что делать, что делать? Ума не приложу. Мяч! Я летит! Нет, нет! Стабилизаторы сдохли! Системы ремонта перегружены! Давай, давай. Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Финфанфума! Мы Финфанфума. Не разобьемся! Да еще как разобьемся! Финфанфума! Эти верш... О! Мяч! Я... Ай-яй-яй! Рули! Рули! Да блин, рулю, рулю! Как я должен? Он ни вверх, ни вниз! Может, я что-то не улавлю, может, на каких-то, не знаю, на цифрах как-то я... Ну-ка. Мяч! Я летит! Нет! Нет, смотрите-ка, на цифрах тоже нету ничего. Системы ремонта перегружены! Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Финфанфума! Да мы слышали. Мы не разобьемся! Да еще как разобьемся! О! Да я что? Совершенно опасный Питер Квилл. Я знаю, я знаю, да. Делаю, что могу. Правда? Блин, это и так надо как-то управлять. Рули, рули! Хватит! Да как? Виноват, это было ненарочно. Берегись той штуки, Питер! Конечно. Давай! Думаю, она про все штуки. Какую штуку? Вон Питер! Ту самую. Беречься той штуки. Нет. Да как? Я... Может, не в эту сторону надо? Просто как вариант. Как управление тут? Мяч! Я летит! Нет, нет! Стабилизаторы сдохли! Блин. Системы ремонта перегружены! Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Финфанфума! Давай! Мы не разобьемся! Да как вот? Как вот угадывать их? Нет, уже калит.
накрыть! Нет! Нет! Давай, давай! Стабилизаторы сдохли! Системы ремонта перегружены! Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Пин-Пан-Фума! Мы не разобьемся! Еще как давай. Разобьемся! Давай, давай, давай! Эти вершины опасны! О! Мять! Я хочу сбросить скорость! Рули! Как? Рули! Хватит орать! Рули! Как он? Как вот тут он? Берегись той штуки, Питер! Готов! Какой? Не надо во все врезаться! Если в идеале, то да! А как Питер! Еще-то? Беречься той штуки, да, я понял! По-любому сюда! А хвост! По-любому! Вот как? Почему он не отворачивает-то? Хоть бы повернул как-то, я не знаю, как это должно выглядеть. Так. Стабилизаторы сдохли! Системы ремонта перегружены! Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Пин-Пан-Фума! Мы не разобьемся! Сюда! Сюда! Так! О! Мять! Я хочу сбросить скорость! Рули! Давай, сбрось! Орать! Рули! Сбрось скорость! Берегись той штуки, Питер! Так, ладно. Минутку. Это сложно нахрен что-то так с этим управлением. Корабль мало то, что и так-то поврежден. Так что? Давай. Нет! Стабилизаторы сохли! Системы ремонта перегружены! Ой-ой-ой-ой. Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Пин-Фан-Фума! Мы так. Не разобьемся! Вау! Еще как разобьемся! Так. Эти вершки. О! Мять! Я хочу сбросить скорость. Рули! Рули! Хватит орать! Тихо. Берегись той штуки, Питер! Берегусь! Думаю, она про все. Может, не надо во все врезаться? Да. Питер! Беречься той штуки, да, я понял. Вот сюда! Хвост! Вот сюда! Славно! Тебе что, это нравится? Сюда, быстрее. Быстрее. Сейчас свяжемся. Держи. Вау. Смогли. А тут что, тоже управлять как-то надо? По-моему, это неуправляемая уже куча. Так, а как мы выбираться-то будем, если мы в такой аварийной ситуации приземлились? Что ж, слегка отряхнуло, но главное, все целы. Ну хрена себе слегка. И мы смеемся, это... Это хорошо. Это же... это блестяще! Класс, так мы паркуемся! Зигзаг обзавидовался бы. Сегодня нам не судьба умереть. Ну разве что Фин-Фан-Фум съест нас целиком. Все, вы его найдите сперва. Так. Двинули? Не к добру это смех. Ой, не к добру. Ну ладно, посмеялись. Настроение подняли. Ой, безумие. Так, мы паркуемся. Так, прокачано у меня все. Эй, по-моему, это не должно искрить. Разберемся с этим, когда поймаем дракона. Ну-ка, давай-ка посмотрим. И убедим леди Хеллбендер помочь нам справиться с церковью. Сколько из чего прокачал? 15. Поднимем наш боевой дух кататианским гимном. Что? Сейчас. Знаешь что? Вмять это все. Давай споем. Слушайте давай. Внимательно. Древний кататианский могучий язык, слова которого несут великий смысл. Я начну, а вы подпевайте. Не надо. Ладно, за дело. Петь не будем. Хотя я уверен, было бы интересно. Холодно, как в криокамере. Говоришь так, будто ты там бывала. Будешь придираться к каждому слову или искать Фин-Фан-Фума и спасать галактику? Я за Фин-Фан-Фума. И спасение галактики. Если, конечно, Хеллбендер согласится. Леди Хеллбендер согласится. Леди Хеллбендер. Ну что, какашек Фума пока не видно. Нужно искать охотничьи метки Кататиан. Это свидетельство отваги тех, кто побывал... Ой-ой-ой-ой!
Легенды о пламени с небес не лгали. Есть еще легенда об этом месте? Легенды о славной смерти. Видите, эти птаки падают. Главное, что о славной. Так. Ну-ка, вот это, что такое-то будет у нас? А вот это у нас повествование Кокраксов Монолит. Следы некогда упавшего здесь гигантского метеорита. Некоторые катаянские секты поклоняются им. Так, мы видели, вон они в космосе там плавают. Осторожно! Тут все разваливается! Ой-ой-ой. Здесь не для того, чтобы погибнуть от льда и камней. Есть лишь один достойный способ умереть на Маклу-4. Повторить путь моих собратьев. Кто-нибудь, напомните Драксу, что мы здесь не смерти ищем. Никто не умрет. Мы схватим Фума живым и отвезем его леди Хеллбендер. Живым. Живым. Заручимся ее помощью, чтобы уничтожить флот церкви. Значит, наш план умереть в сражении с флотом? Возможно, но точно не раньше. Отлично. Так, это что? Вот и конец пути. Славный конец. Должна признать, мне нравится твой энтузиазм на этот... Давай, проломи. Так, Дракс, направьте свой энтузиазм на этот камень. Я представлю, что это голова Финфанфума. Класс. Дракс только что раздробил череп тому, кого мы ловим. Прощай, так. Галактика. Вам нечего бояться. Я есть Грут. Грут хочет насладиться пейзажем. Это не хорошо. Торопись. Вдруг это наш последний шанс чем-то насладиться. Думаете, Фум там? Из книжек в жанре фэнтези я запомнил, что драконы любят тусить в горных пещерах. Грут спрашивает, не было ли в книжках чего о ловле драконов. По-моему, там было что-то про работу в команде и доверие. Подробнее он не помнит, потому что не дочитал. Я прочитал кучу книг про драконов, понятно? И в них всегда была гора, и добро всегда побеждало. Это неправильно, книжки ты читал. Ладно. Он говорит, хотел что тут посмотреть вид. Что тут, сосульки какие-то, не знаю. Не то ветви, не то деревья. Говорят, обломки окружающей Маклу-4. Это на самом деле то, что осталось от Маклу-3. Появление Финфанфума вселило в Маклу-3 такой ужас. Кажется, впереди что-то есть. У этого есть огромные когти. Блин. Дракс, может тебе рубашку найти? Если мне потребуется одеяние, я освежую зверя. Смотрите, здесь были мои собратья. Кажется, мы видели их в памяти. А енот спокойненько прошел. Это охотничьи метки Кататиан. А зачем они? Что это за прямоугольники? Монолиты. Ладно. Мы такое в памяти у тебя монолиты? Видели. Охотничья метка. Возможно, это направляющие, которые укажут путь к Финфанфуму. Сколько ж тут было отважных Кататиан. Когда Танос разрушил Катат, мой народ остался ни с чем. Он лишился родины, лишился надежды, и тогда многие отправились сюда. А, и сколько этих смельчаков вернулось? Ни одного. Ни один. Они все пали жертвами Финфанфума? Не жертвами. Они искали последней битвы, искали славной смерти. Так. Они отправлялись сюда в поисках смысла жизни? Хотели попасть в Ултат. Значит, ты все-таки слушал меня на забвении? Конечно. Конечно. Одни были предателями или преступниками, которых ждал только Сардут. Другие были больны или умирали. Но они добрались сюда и бросили вызов самым страшным чудищам галактики. Уважаю таких ребят. Скоро и они будут уважать нас. Ладно. Так. Значит, мы на верном пути. Мы где-то близко. Опа. Да, опаньки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну давайте, для начала. Если мы справимся даже с этой тварью, то нет смысла бросать вызов Финфанфуму. Хорошо, сказано, Питер Крест. Ой-ой-ой-ой. Так. Спокойно. Но это еще не все. Давай, ракета!
Давай. Это твоя добыча. Готово! Держись подальше от того, на котором мы встретим их вновь! Получай! Что за вмять? Грибы обычно не сопротивляются! Можно бить его! Мягкий живот! На, получай! Надеюсь, этот план... Получи! Я удивлен, что у нас вообще есть план! На! Ой-ой-ой! Давай. Вот твои скалы тут теплее не становится. Это напоминает мне, как ты его называл, ракета? На. Делай это, здоровяк. Что дальше, Питер? Клинок тебе в горло. Подожди. Как жаль, что Бум не слопал его до нашего прихода. Это передний перекус для великого Финфанфума. Получите. У меня у одного флешбеки сигнар по 10. Можно бить его. Получай. Постарайся вдыхать как можно меньше спор. Сорви. Получи. И я убил его. Ударом, да. По голове. Теперь очередь за Финфанфумом. Мне вот интересно, по шкале от 1 до 10, насколько Фум больше, сильнее и страшнее, чем тварь, с которой мы сейчас дрались? 10 000. Так я и думал. Никто не обещал, что будет легко, ракета. Сосульки. Это верно, верно. Но 10 000, Квилл! А, через них нельзя бегать. Да, шансы на победу паршивые. Я так понимаю. Очень. Но на что еще надеяться галактики, если мы не победим? Именно. Мы видели, на что способна церковь. И чтобы не ожидало нас на этой планете, мы обязаны поймать Фума и уговорить леди Хеллбендер нам помочь. Так. Что у нас там? Так я вроде все собрал. Костюмы остались только. Эти же компоненты-то мне уже не нужны, у меня все собрано. Ладно. Идем. Легенда гласят, что Финфанфум может одним усилием воли перемещаться. Хала, сохрани! О, здесь следы когтей. Я есть Грут. Это же следы Фума, да? Он даже больше, чем рассказывали. Да. Ни хрена себе, Саш, когти. Когда найдем его, не будем лезть ему под лапу. Так с Милана точно все будет в порядке, потому что если мы тут застрянем... Так, что это такое? Сосульки. Хватит так переживать. Но даже если мы тут застрянем, то сможем очень долго питаться мясом Финфанфума. Так. Ну. Я диагностика. Могу расчистить его от обломков. Я брошу в них чем-нибудь. Как насчет Квилла? Давай, ты добросишь. Из его мягкого тела выйдет плохое орудие разрушения. Отлично! Давай! Мы сделали первый шаг к тому, чтобы перебраться на ту сторону. А каким будет второй шаг? Еще не придумал. Так. Тащим! Второй шаг, похоже, это устройство не пад. Кажется, я понял. Какая многоходовочка тут. Да, всех нас угробит. Последний шаг, Дракс. Когти. Охренеть, он тут лазит. Да, ведь ты никогда не видел меня на Великой Охоте. А как же задание в карантинной зоне? Дракс, я знаю, что ты давно этого ждал. Наслаждайся. Спасибо, Питер Квилл. Должен признать, после всего, что произошло, мне это нужно. Знаешь, если бы мы с самого начала послушали тебя и отправились за Фумом, то были бы уже мертвы, потому что не были готовы. Приготовьтесь. А мы и сейчас не готовы, впереди, ну ничего. Это не было, но ну, супер. Очередная закуска Фума. Не стоит недооценивать то, что выживает на этой планете. Логично. Так.
Ой-ой-ой. Да как тут встречи с твоим покупом? Не кричи громче, может он сам к нам выйдет. Ага, подождите, я понял. Ну как, держитесь? Какой же дубак! Давай. Подожди. Тебе должок, Квилл. На тот свет я спешить не буду, приятель. Покажи им, Гамора! Время вышло! Пригнись! Давай. Блин, так он меня... Интересно, пин-пан-пум дышит огнем или льдом? Вдруг он окажется клёвым и сам сдастся ради благого дела! Так, подождите. Здравствуй! Это битва лишь разминка перед встречей с пин-пан-пумом. Давай. У нас нет времени на разминку! Раз, два. Ритуал Рейкера начнется в любой момент! Если так будет продолжаться, мы не успеем спасти Никки! Давайте ускоримся! Ты знаешь, что делать, ракета! Все получилось! Что продолжается! Так, а теперь давайте остановимся и подумаем. С каких пор мы этим занимаемся? Что, если мы не успеем? Что, если Рейкер закончит начатый ритуал? Ну, тогда мы зря сюда прилетели. Вовсе нет. Получилось! Если последним свершением станет битва с Финфантумом, это будет достойное свершение. Смотрите, впереди опять... Зловещие горы. Не нравится мне на этой планете. Давай. Я все жду, что Фум цапнет нас за задницей. Пин-пан-пум — легендарное существо. Легендарные существа не цапают за задницы. Возможно. А вот умные цапают. Если он за задницу цапнет, тут какую задницу-то надо иметь? Когти видели? Блин, надо назад пройти. Ладно, сейчас пройдем. Мять! Чуть не задело. Говорят, Финфанфум нарочно ведет возможных противников по самым опасным местам планеты. Точно, эти проходим. Режут не хуже, чем про леди Хелберг. Умный ход, как Каракторо! Ну идите, идите. Блин, я сюда зайду. Опа! Посмотрите-ка, я не просто зашел. Взял. На один костюм. Ну-ка. Что-то я ничего не вижу такого. Прям кардинально меняющего. Сейчас я приду. Ждите. Мне одно место стало интересно. Вот оно. Все-таки я был прав. Гамора, помоги! Я не буду этого делать. На! Так. Так, а если Дракс? Там что-то есть. Блин, ладно. Хрен на тебя, золотая рыбка. Посмотрим, как ты потом запоешь. Я тебе все припомню. Там еще какой-то был проход, и там... Ладно. Видимо, тот тогда тоже енот-то нахрен. Осторожно. Ядовитый газ. Уверена? Слышь, она вообще-то убийца. Небось, кучу народу таким газом траванула. А у меня идея. Может, заманим Фуму в такую газовую пещерку, чтобы он вырубился? Это трудно. Я хочу прославиться, убив его. В последний раз повторяю, Дракс. Мы не будем убивать Финфанфума. Мы его поймаем и отдадим леди Хеллбендер в надежде, что она нас простит и поможет в бою против церкви. Секундочку, ракета, ты что, зашел в воду по шею? Мы же собираемся завалить легендарного дракона. На кону ты пап не забыл. Давай. Я сумею. Это поразительно. Ты поборол свой страх. Есть вещи поважнее страха. Да. Не пошли мне на помощь.
Враг скрушить. А, вот. Почему ты не стал? Слушайте, а там, кстати, твои соплеменники были мертвы. Леди Хелл согласится прилететь. Ой! На! Ой-ой-ой! Легенда о наших похождениях! Нужна передышка, Крон! Давай! Ракета, бомби! Попал! Прям меж чего глаз там, чего у них ушей. Это же должно было быть. Так. Что тут есть? Спасибо, Грут. Все правильно сделал. Молодчина. Давай. Герда. Или кто-то, Гермиона. Солдат Фландургард. Собрал. Это точно оружие в стиле Дракса. Это каменный, что ли? Сколько можно ждать? Сотраджу тут лук, Элдард Омарга. Так, вы нашли кинжал Ксардаса, вы можете обсудить наход. Тебе не говорили, что у тебя чарующий голос? Я не злюка, я серьезно. Бау-бау-бау-бау-бау. Вот как получилось. Ой. А. Дракс, а ну-ка толкни от души. Проблема будет решена. Мы оттуда, получается, так прошли. Так, 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 сюда, сюда. Кругами ходим, чтобы подняться. Фуму не спастись. Он будет крепче этого булыжника, Питер Квилл. Я знаю. Я пытаюсь быть оптимистом. Зачем? Может, укрепляет командный дух? Его не нужно укреплять. Наш командный дух силен. Ну, он нормальный. Честно? После всего, что мы пережили, я понял, что ни на кого вас не променял. Ой! Давай, давай, давай! Маклу 4, Питер, не стоит пулить другие Маклу! Калма! Я чё, один лошара, что ли? Солдат Фландурга! А я посюда пойду. Разницы никакой нету, да? Очень острые! Это ничто по сравнению с легендарными зубами и когтями Финфанфума. Знаешь, я буду очень разочарована, если он не оправдает ожиданий. Выживем, увидим. Так. Ну как мне оправдать? Питер, смотри! Он обязан будет. Он обязан будет быть легендарным. Он же потому что нужен. Думаешь, Фом? Галактический там. Люди. Класс. Может, подскажет, где он? Или нападут на нас. Я могу проникнуть в лагерь и поискать слабое звено. Найду того, кто там главный, и пущу ему кровь у всех на глазах. Это шокирует остальных и, возможно, заставит сдаться. Потом мы их перережем. Так. Слушай, у тебя все в порядке? Мы почти не говорили после... Разговоры о сестре? Да, и прочих неоднозначных моментов. Я в норме. Забудь. Ладно. Питер, велик шанс, что Ники уже не спасти. Нет, я не согласен. Если это так, от меня будут ожидать решительных действий. Она моя дочь. А я убийца. Мы оба знаем. До этого не дойдет. А если дойдет? Если встанет выбор между ней и всем остальным миром. Питер, ты ведь пойдешь на все ради близких. Мы оба знаем, что я... Мы оба знаем, что ты так же поступишь. И поэтому ты нужна мне, чтобы вернуть мою малышку. Живой. Надеюсь, ты прав. А. Ну, деревья растут хорошие, да. Животные на ней прекрасно наполняют. Фум! Это Фум! Или... Пролетай! 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 Я есть Крут.
Ага, знак дурнее некуда. Так. Это была всего лишь плита. Очередная плита. Фифанфут, ага. Я есть Грут. Грут говорит, придется съезжать. По-другому не спуститься. Погнали! Не нравится мне это! Как бы не пришли! Ой-ой-ой-ой-ой! Тоже такая крепкая! Ну, у меня-то нет. Так. Подлянка должна быть. Не может быть, чтобы без подлянки обошлось. Понятно. Ну, смотрите, он захватывает ее в прицел. Да. Уровень. Еще разок. Хрень, ладно. Получится? Нет, не то. Ладно, стоять. Эй! Это что за йети? Финфанфома, не видел? Большокрылый, клыкастый. Лиловые шорты. В смысле лиловые шорты? Я слышал, он в лиловых шортах. Старые легенды гласят нам об этом. Съел? В лиловых шортах. Эй! Мы ищем Финфанфома, не видел? Большокрылый, клыкастый. Лиловые шорты. В смысле лиловые шорты? Я слышал, он в лиловых шортах. Старые легенды гласят нам об этом. Съел? В лиловых шортах Финфанфун. Это летит на... А, ну-ка, подождите. На всякий случай, мало ли. Продолжаем. Вот еще одна плита. Давай. Вот она, новая способность. Все за мной. Так, а что за способность на этот раз? Мне. Так. На. Блин, что это за способность такая? Не притягивает, а что это? Огонь. О, да. Это я понимаю. Четыре стихии. Покажи, на что способен. Сейчас. Давай. А, вот так. Это тоже расплавь. Ага. Он сам стреляет. Сам стреляет. Почему тебе вечно достаются лучшие игрушки? Что? Кто бы жаловался? Я так завидую, Квин. И не зря. На. Ой-ой-ой. Это что за склет? Откуда ты знал, что пушки сработают? Они уже трижды нас спасали. Откуда ты знал, что они расплавят стену? А, так я не знал. То есть с тем же успехом мы могли умереть? Что это такое? Перестань, ракета, ты ведь уже не боишься воды. Это не вода. О! Ну, жжется? Она такая вязкая. Так, а? Ладно. Не могу подпрыгнуть. Похоже на волшебную грязь, которую я делал в детстве. В грязи нет ничего волшебного.
Ты просто не бывал в спа на Контраксии. Так. Это так. Не подумал бы, что ты ходишь в спа. Повторюсь, волшебное. И? Отойдите, смертные, и дайте Плавинатору совсем разобраться. Отвратительный псевдоним. Это что такое? Да? Есть варианты? Питер Жаркий Спор. А, нет. Вот так. А я думал, добавка какая-то будет. Это не огненный шар. Скорее, горячий шарик. Вот так. Как горячие шары. Нет, нет. Так, вот это... Я хочу проанализировать вот этот хребет. Мне интересно знать, что это за животное было. Друзья, вот большой удача вон. Сегодня на нашей стороне. Да, нас ведь почти раздавил. Понятно. Огромный метеорит. Почти? Да. Почти. Да. Опа. Вы реально? В этой пещере хотя бы не так холодно. У тебя хоть мех есть, а груд почти что голый. Ой, груд не мерзнет. Зато вот в жару сразу начинает ныть. Получи. Все мы возгораемые. Получи. Так, груд. Грут, давай поиграем в лифт. Вон там. Давай. Папа. А я сам беру. Что это за одежда? Чья? Так у меня вроде такая есть уже. Ну и ладно. Оп. Перелезли. Пойдем, пойдем. Хорошо, что тот камень чуть нас не убил, а то у Квилла не было бы этой классной силы. Бендиго. В рот мне хвост. Может, это его имя? Вдруг он хочет пообщаться? Даже не думай. Так. Я есть Грут. Звездный лак. Вот так. Видите? Звездный лак. Звездный лорд повторяет. По-моему, его это начинает раздражать. Да, в его звучала ненависть. Ха, Квилл умеет найти подход. Так. Ненависть или нет? Ха, гляньте, какие тут деревья. Только лучше издалека. Это вот что такое? Грот говорит, нужно опасаться растений с дырками наверху. Так. Распространенный грибок. Эти штуки выросли в ледяном аду. Вряд ли ты сможешь их перестрелять. Понятно. Ну что ж, будем Грута слушаться. Плохого не посоветуют. Он ощутит наше прибытие и ринется нам навстречу. Я разочарован. Во! Бьется! Грут говорит, у этой штуки едкие споры. Держись подальше. Удивительно, что леди Хеллбендер не переселилась сюда, раз тут столько уникальных зверей. Тут слишком холодно. Смотри, Квилл, война лучше друг. По-моему, общение не задалось. А там еще один. Так. Четыре, чтобы выбрать плазменный выстрел. Плазменный выстрел наносит цели продолжительный урон. Они способны эффективно против врагов с большим запасом здоровья. Ну давай. Шкурок выйдет роскошное одеяние. Так. Грут, время обнимашек. Ну, сейчас на тебя. Гамора. Готово. А где все миролюбивые местные жители? Возможно, они станут более сговорчивы. Ой-ой-ой-ой. Про меня тоже так говорят. Получил. Эти создания служат пропитанием для бума. Но только не сегодня. Так, подержи его. Готовку, да.
Что, не нравится? Неудивительно, что это не злюки. Живут на какой-то льдине. Они погибнут там, где обитали. Давай, 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 давай. Поберегись! Они напоминают мне снежного вот человека. Этого. Бывают снежные земляне. Не сладить. Давай-ка, а ты не можешь, да, пока? По всей видимости, они адаптировались к этим условиям. И все равно тут они сдохнут. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Найди другую закуску, приятель. Да они с нами просто играют. Не на жизнь, а насмерть. На. Да подождите вы. Не такие уж и умные, раз связались с нами. Рак, скидай. Давай. Потом поблагодаришь, Квилл. А дальше, Питер. Спасибо, приятель. Блин. Запусти. На. Покромсаю. Неудивительно, что они такие злюки. Живут на какой-то льдине. Так, так, так. Такими станем, если останемся здесь. Он сломлен. Поддержи-ка его. Он нужно время. Где-нибудь следующий. Я всегда могу на тебя положиться, Капруби, от души, Гамора. У меня столько крутых игрушек. Блин, нифига не получилось. Столько крутых игрушек. Ну, льдом-то их точно бесполезно убить. Смотри, Квилл, твой новый лучший друг. По-моему, общение не задалось. Да там еще один. Славный бой разогревает дрон. Давай, давай. Или можно надеть свитер. Да. По всей видимости, они адаптировались к этим условиям. И все равно тут они сдохнут. Камон, получи. Отдавай, не уверен, что не знает что-то, кроме Вендиго! На, получи! Определенно, эти создания служат пропитанием для Фума. Очень хорошо! Получай! Значит, мы лишаем его пищи! Так. Удивительная скорость для таких габаритов. Недостаточно быстро. На, получи. Славный бой разогревает дрон. Или можно надеть свитер. Получил. Ой-ой-ой. Давай. Давай-ка тобой вот займется. Неудивительно, что они такие злюки. Живут. Поехали. Кто же такими станем, если останемся здесь? Ой-ой-ой-ой. А где все нелюбивые местные жители? Ну что тебе сказать, Квин? Ты всех здесь. Ракета, дожди. У меня проблема. Может, даже у нее есть свой предел. Скопытался ледяной хвостотряс. Получай. Наконец-то мы довели этого урода. Убийца оказалась несовершенна. 2 секунды. Да как? Сейчас буду. Еще как совершенно. Найди другую закуску. Орби, тихо. Подожди-ка. Славный бой разогревает кровь. Или получай. Можно надеть свитер. Пригнись. Получи. Как тебе? Неудивительно, что они такие злюки. Живут на какой-то льдине. Ха-ха. Тоже такими и... станем, если останемся. Получай. По мордам. Определенно, эти создания служат пропитанием для Фума. Но только не сегодня.
Давай, давай. Ты доставил нам немало тревог, но теперь им настал конец. Давай. Сейчас я тут устрою. Потом спасибо скажешь. Эта мразь явно ждет меня. Останови их, круг. Ой-ой-ой-ой-ой. И еще разок. Наковыляем. Все, мне надоело играть с этими мартышками. Виндиго. Мы реально будем их так называть? Но они же все время орут, Виндиго. Вот. Похоже, они еще вернутся. Так, а мне разве не сюда? Ну, этот откуда-то отсюда прилетел, припрыгал. Страшные чудища разогнали мою кровь. Скорее бы сразить великого Кимфантума. Поймать, Дракс. Мы идем его ловить. Я так и сказал. Ты сказал сразить. Имел в виду поймать. Так, ему какая разница? Может, Хеллбендер захочет пополнить свою армию этими Виндиго. Если они не затаили обиду. Эй, они сами начали. Ой. Про обиду все понятно. Отвалите! Бежим, бежим. Давай, давай. Они что, заманили нас в загон? Скорее на обеденный стол! Давайте постараемся не стать блюдом от шефа. Подрывай ракета! Получите! Мы можем побыстрее их убивать! Тут дубак! Я тебя буду убивать спешно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Получи. Ой-ой. Да! Еще! Не умотайся до того, как мы подойдем к основному блюду, здоровяк! Подарите кулак, мой друг! Ты знаешь, что делать, Гамора! Надеюсь, мы раздавили хоть немного этих подхвостов, когда разбили! Получайте! Мы всех смогли! Покажи им, Гамора! Давай! Получается? Поверить не могу, что эти снежные мартышки на нас набросились! А теперь я на них наброшу! Эй! Получи! Вы заценили этот разбитый корабль? Ясно? Не я один, кто не смог сесть в таких условиях! Орви! Да! Еще! Не умотайся до того, как мы подойдем к основному блюду, здоровяк! Твой выход, Гамора! Так? Ты как вот задница болит от этой поездки! Получай! Займись делом, а то сейчас еще что-нибудь заболит! Так. Да уйди ты! Напоминает мне о нашей охоте в запретной зоне! Да, можно подумать, мы включили топотун! Поддержите его! Помоги! Давай, Фойки! Спасибо, Гамора! Сделай бой! Давай, вали его! Мясо! Получилось! У кого есть морковка! Снеговик готов! Он растаял при виде тебя! На! Как будто вся планета вышла с нами поиграть. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, самого важного обитателя до сих пор не видно. Давай-давай-давай-давай. Осторожно! Ты так вил, я спас тебя! Дракс спешит на помощь! Ну что, надерем задницу? Час раз-два. Блин. Не могу, что эти снежные мартышки на нас набросились! Ну, мы все же на их территории! Всегда, пожалуйста! За мной, долгок! Я жажду разрушать! Получай!
На! Можем побыстрее их убивать! Тут тупо! Скажи это им! Сделаем больно, Гамора! Вперед, Жан! Получай! Надеюсь, мы разомнем немножко подхвостов, когда разбились! Жаль, что не всех смогли! Ой-ой! Эй, это тот самый подхвост, который швырялся камнями! Ой-ой-ой-ой! Энди Го! Бежим! Почему это бежим-то? Вы заценили этот разбитый корабль? Да нам как-то не до этого было! Давай лупи! Давай! Как будто вся планета вышла с нами поиграть! Это моя любимая игра! Давай! А я как раз заскучала! Да! Еще! Только ты умеешь так наслаждаться работой, Дракс! Так! Сорви! Получай! Это напоминает мне о нашей охоте в запретной зоне! Да, что, не получается у тебя? Давай! Открытом бою куда больше, чем... До сих пор задница болит от этой поездки! Займись делом, а то сейчас еще что-нибудь заболит! Поддержи! Бежим, Крут! Сидеть! Второй раунд! Давай! Выход, ракета! Да почему это не выгодно? Нам нужна передышка, Грот! Ой-ой-ой-ой! Да! Еще! Не умотайся до того, как мы подойдем к основному блюду, здоровяк! Ой-ой-ой-ой! Готовься к бою, ракета! Как будто вся планета вышла с нами поиграть. Давай, 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 давай. Нет, самого важного обитателя до сих пор не видно. Ты всех разматываешь. Ну-ка, подержи-ка его. Вот так. Это напоминает мне о нашей охоте в запретной зоне. Давай. На этот раз все закончится иначе. Надеюсь, мы раздавили... Получай. ...подхвостов, когда разбились. Открытом бою куда больше. Неплохо. Мы убили вожака. Теперь они должны отвязаться. Или отомстить. Это то, что мы приняли за лагерь? Не, эти руины тут тысяча лет. Смотрите, дым поднимается с др... Или отомстить. Это то, что мы приняли за лагерь? Не, эти руины тут тысяча лет. Смотрите, дым поднимается с другой стороны. Мы уже близко. Но придется лезть наверх. Ну, полезли. Раз придется. Да ладно тебе. На этой планете полно более опасных штук. Ладно, Грут, подбрось меня. Давай. Примерно настолько. Настолько не мера измерения. Грут поймет и так. Так, это у нас... Это у нас что такое? Взаимодействие, тяжелый объект. О, плотный объект, обладающий невероятной массой для преимущества. Фарфум, противник за гранью всякого воображения. Что видно, Питер? Ракета прав. Дым поднимается с другой стороны. Но нужно расчистить путь. Разберемся с этим, когда все будут наверху. Давай. Ладно, приготовьтесь. Сейчас я скину вам кое-что. Поберегись! Получили? Как думаете, может, эти твари прятались в корабле? Пофиг, они сдохли. Давайте, что бы там мне ни было... Мне не верится, что этот день настал. День, когда ты отморозишь соски в нашей компании? День, когда я сойдусь в бою с Финфанфумом. Когда кот отпал, множество моих собратьев искали искупление через победу над великим зверем. Помогите-ка мне. Нужно приготовиться. Мы не знаем, откуда идет этот дым. Возможно, там враги. Может, там просто развели костерок и разливается каарианское пойло. Что-то ты чересчур оптимистичен. Да, да сам не знаю.
Может, это влияние Квилла, а может, мои мозги от холода превратились в кашу. Сильный холод не может превратить мозги в кашу. Скорее, они затвердеют. То, что надо. Отмороженный мозг. Да, но это не тебе. Устал и хочу спать. Говорят, как раз перед тем, как замерзнуть до смерти. Что бы это ни было, пахнет оно... трупами. Пахнет трупами. Ого. Это сделал Фум? Несомненно. Фум-фум. Даже не знаю, что здесь произошло. Так, это что такое? Палатка. Самоскладывающийся тент. Оружие. Берите оружие. Хотя кто? Грутус ли только? Остальные ими не пользуются. Пойдем. Смотрите, кажется, кто-то выжил. Кто здесь? Нет головы. У нее нет головы. Я думаю, этот отвратительный ком щупалец – ее голова. И она вас прекрасно слышит. Ты здесь одна? Да-да. Видно, уже нет. Что вам надо, мясные мешки? Мы пришли за Фумом. Беру свои слова назад. Да, я здесь одна. Скоро буду. Значит, ты знаешь, где его искать? Ага. Он переваривает моих людей на своем насесте. Это такой огромный ледяной обелиск, торчащий из ледяного моря на дне кратера. Не волнуйся, мы разберемся с Фумом. Не сомневаюсь, Зимнюк. Только когда будешь от него спасаться, не беги сюда. Я еще не все вещички собрала. Так, ладно, это хрен у тебя. Что с тобой можно сделать? Ты справишься? Тебе какое дело, Зимнюк? Я вернусь на контракцию и буду зализывать раны. Знаешь, это не лучший план. На контракции сейчас не очень безопасно. А в руки? Из головы? Когда было иначе? Я серьезно. Может, тебе пойти с нами? Принять помощь незнакомца? На сегодня с меня хватит унижений. Я о себе позабочусь. Ладно. Но если услышишь что-то про обещание или матриарха, держись подальше. Буду иметь в виду. Так. Предупредить? Мы предупредили. Такие благородные пираты. Жаль твоих людей. Так. Зато мертвецам платить не нужно. Кстати, о деньгах. Ты же дочь безумного тита. Ну что, что дочь? Нам разрешили. Да им все равно. А можно еще больше усовершенствовать? Там на два, на три раза прокачать. Нет. Будем надеяться, нам повезет больше, чем им. Метка охотника? Не ясно, чья. Она явно принадлежала одному из погибших. Видимо, установить ее не успели. Я возьму ее, чтобы увековечить нашу отвагу. Она станет символом нашей величайшей победы или славной гибели. Фум, конечно, опасен, но он ничто по сравнению с тем, что ждет нас дальше. Ну давай. Значит, символом второй по величию победы. Празднуем победы по одной. Что-то пролетело. Вот такой. Это космолет или что это? Или кок? А, это ребра. Какого-то большого зверя. Ну, учитывая, что голова была, это целая планета, это голова. Большая ледяная хрень в ледяном море, да? Точно, приятель. Спускаться придется долго. Так. А мы ее, кстати, издалека видели. Именно вот эту хрень. Ищ, банька. Ну. Да где ты разобьешься-то? Разбилась. Пойдем, пойдем. Думал, может, тут одежка есть. Нету, как видно. Палатки разбиты. Ладно, народ, пошли ловить дракона. Как и наши надежды. Нам предначертана великая слава. Ты чего так радуешься? Забыл, как Фум разнес тот лагерь в щепки? Нас не разнесет. Точно, мы все преодолеем. Хоть горы, хоть пропасти. Причем на этой планете буквально. Поехали. Берегитесь, на льду наша скорость увеличивается. Конечно. Блин!
Кто ж знал, что тут трамплин какой-то. Не трамплин, а обрыв. Зато, смотрите, Грут, хотя я думал, что спускаться будет долго. Народ, пошли ловить дракона. А, нам предначертана великая слава. Ты чего так радуешься? Забыл, как Фум разнес тот лагерь в щепки? Нас не разнесет. Точно, мы все преодолеем. Хоть горы, хоть пропасти. Поехали. Берегите! Сальбу наша скорость увеличивается. Тут я и умру! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Если не думать о том, насколько это опасно, это ужасно весело! Верно! Встретим свою давай. Улыбкой! Ужасно да! весело! Если не помрем, то это как гонки! Ой-ой-ой-ой! Ну, спуститься удалось довольно быстро. Даже не хочу думать, как мы будем подниматься назад. Или как будем тащить наверх Фума. Мысли оптимистичны. Мы можем умереть. Да в чем вопрос? Полетим на драконе! Полетим. На Фуме. Пятилетний я бам. Сейчас бы обзавидовался. Ты что, считаешь, что Фум подвезет нас после того, как мы надерем ему зад? Ты что такое? Это все пустые детали. Прикинь, мы станем наездниками на драконах. Обалденно же! Что происходит? Я слишком стар для этого. Ну, по крайней мере, одежду нашли. Достаточно. Вау. Такой хоть старый? Какие-то тряпки. Нет, такой молодой. Меня создали. Забыла, что ли? Я не хочу определять себя только по количеству прожитых циклов. Умственно, грызун гораздо старше любого из нас. Спасибо. А эмоционально гораздо моложе. Ха-ха. Блин, такой умный капитан очевидность. Ну пойдем, да отпустите меня. О, не думал, что может стать еще холоднее. Да уж, в такие моменты я рад, что установил на Милана подогрев сидений. Вот так. Смотрите, впереди ледяной обелиск. Наверное, это оно, ледяное море. Отличное место. Здесь мы и бросим вызов великому зверю. Финфанфум, выходи и прими свою смерть! Ты что делаешь? Мы лишимся преимущества, если узнают, что мы здесь. А еще мы не должны его убивать, помнишь? Кричите вместе со мной, продемонстрируем свою храбрость. Зачем? Финфанфум, твоя смерть близка! Нет, не его. Торквилл, давай! Финфанфум, пора вздремнуть! Ракета, твоя очередь! Он что, назвал меня по имени? Ракета! Финфанфум! Запопулируем твой взлепский зад! Слышишь? Смотрите, сколько тут сожрал всего! Ты, чешуйчатый дырохвост! Кусок мяцкого сатаргианского шрапмяса! Это что такое? Пугать! Остатки животного! Правда? Вмять! Да! Еще как! И он сожрал его! Будьте готовы ко всему! Это физически невозможно! А ты постарайся! Кладбище. Реально какое-то кладбище. Ну давай, Финфанфун. Ну и где он? Может, спугнули? Не может быть. Фум рожден без трепета. С чего ты взял? В хладном сердце гаснущей звезды. Гаснущие не хладные. А это была? Его логово там? Сейчас узнаем. Ну? Ой, ёж, твою ж, это кто? Это дракон. Финфанфун. Фун финфан. Вот, чувствую, сейчас бой-то будет. Матёры. Так, еще у него ледяная броня. Мне еще и ее растапливать. Понятненько. Ух ты. Финфанфум. Да тихо, тихо. И как
мы должны пленить вот это! Сбив и заставив подчиниться! Сначала надо пробиться через его ледяную броню! Да. Готовься, Пу! Сейчас ты встретишься с капитаном горячие шары! Блин, как-то прозвучало. Да, глядите, застрял! Давай! Скоро, рек! Отрежу кусочек! Пупу наша идея не по драму! Не забывайте, он нужен живым! Да! Совсем не неуязвимый! Ага! Давай! Давайте его растение! Уже две! Это Квилл, ты просто... Блин, кончились! Видите? Укротитель льда не такая уж плохая кличка! Нет! Вау! Подождите! Надо было просто распадбить его с Милана! Про Милана, на котором мы рухнули здесь? Нет! Бум, Кепка! Есть! Ну как мы тебе? Не похоже, чтобы его мнение о нас улучшилось! Остался один! Так? Смотрите в оба! Так за всем следите! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, не получилось. Ну тогда постарайся не сгореть! Блин! Ни хрена себе! Эй, Квилл! Хочешь увидеть салют? Твой выход, Рак! Смерть! Хороший, Пу! Хороший! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А, блаженный огненный дождь! Да. Получай! Молодец, да. Питер! Ну что, Фу, остыл немного? Или точнее, оттаял? А давай, ящерица, перерос! Кто? Давай! Ой-ой-ой, сейчас сверху на нас что-то... Похоже, он тебя послушал! Осколки полетят! Бежим! Чуть не задело! Я есть груд! Хорошая мысль! Крепыш, подсобить Груну! Он думает, что твоя жизнь сможет запаситься с каменем рубковым спортом! Так! Не получилось, да? Ладно. Напусти меня на этих глупцов! Напусти меня. Ну, броню сняли, а сейчас, поди, с броней опять будет. А давай, ящерица, перерос! Ага, без брони, но все равно нам от этого не легче. Хорошая мысль! Крепись! Давай! Подсоби Груту! Он думает, что твоя возможность запустится с каменем рубковым спортом! Так! Берегитесь его! На всего! Давай! И... Это наш шанс хорошенько нападать ему! Давай, разряди барабаны! Надеюсь, это помирит нас с Хеллбендер. Кто откажется от огромного дракона? Давай. Да. Надо бить полную силу. Он говорит с нами или с Фумом. Получай. Ну, пока что хотя бы сколько-то отняли. Сейчас да, блин. Уверен, Фум с радостью тебя согреет. Беги, просто беги. Готовься сдаваться, Фум. Да, веди себя хорошо, и мы тебя не обидим. На. Блин, вроде так все хорошо получалось. Смотрите, подпали свои вещи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что дальше, Питер? Думаю. Как ты примерз? Что дальше, Питер? Давай. Офигеть! Мы сражаемся с драконом! Хватит глазеть! Стреляй давай! Блин, так он меня загасит. Надо как-то группой его бить, не самому. То есть не совсем самому, а группой. Направлять на него, натравливать как собак. Ну давай, ящерица, перерос! Финфанфум, да. Похоже, он тебя послушал! Бежим! Чуть не задел!
давай. Он думает, что понятно, что есть. Нет, не есть. Ну, начало-то точно такое. По одному натравливать, что ли? А давай, ящерица, перерос! Похоже, он тебя послушал! Бежим! Чуть не задело! Так. Хорошая мысль! Крепыш, подсоби груду! Давай, давай. Устрой на себе! Мы сражаемся с драконом! Вот так! Надо какое-то время просто выждать! Смотри, куда ступаешь, Питер Квилл! Получай! Сейчас надо, чтобы вот эта нижняя полоска сначала. Давай! Самые мощные атаки на него. Надо бить в полную силу! А кто бьет не в полную? Давай, давай, давай. Он рыгает огнем! Вау! Берегитесь его! Как всего! Перекидай рассудок! Наша победа уже близка! Так. Готовься сдаваться, Фу! Да, веди себя хорошо, и мы тебя не обидим! Ты знаешь, что делать, давай, ракета! Давай. Мы точно привлекли его внимание! А он наше! Моя великая сила не используется! Жду подходящего момента! Так. Офигеть! Мы сражаемся! Давай, 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 давай! Поистину, это эпохальное сражение! Подрывай, ракета! Надо бить полную силу! Он говорит с нами или так. С Кумом! Как мне? Наступает! Да. Его погубит его собственная мощь! Это я не вижу, чтоб мы прям сильно так уж. Ай-яй-яй-яй-яй. Вообще никакого результата не вижу. Мы точно привлекли его внимание. Нет. Наше. Так. Вы двое, готовьтесь! Мы его отвлечем! Давай. А, надо время просто выждать. Готовься сдаваться, Фу! Да, блин! Да, веди себя хорошо, и мы тебя не обидим! Так. Давай, Питер, они готовы! Давай! Главный удар, друзья! Его ярость обрушится на нас! Лечение! Это просто царапина! Ракета, бат, офигеть! Мы сражаемся с драконом! Хватит глазеть! Стреляй давай! Вперед! И я еще добавлю! Надо бить полную силу! Лови заряд! Ты, ящерица перерывка! Теперь опять бегаем! Смотрите, не угорите! Оберегись! Да беги! Просто беги. А он наше! Давай сюда свои бомбы! Давай, давай! О, да ладно! Опять огонь! Ой-ой-ой! Осторожно, не сгорите! О, я чувствую, так. Как у него из пасти воняет! Не-не-не-не! Эта мразь явно ждет меня! Так-так-так-так-так! Смотрите, не угорите! Ракета! Получай! Фейерверк! Я так, что разрушаю! Приготовьтесь!
Зверь управляет воздухом! Да блин! Подожди! Давай, тряхни своими ветками! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Смотри, куда ступаешь, ты там зверь! Блин! Надеюсь, это помирит нас с Хеллбетом. Давай, давай. Тебе нормально, должен образом приличной встречи. О, да ладно, опять обстам, это немножечко осталось. Народ, летучка. Сейчас поднимем боевой дух. Вовремя нажал, потому что подыхал. Я есть круч. Так. Говорит, у нас нет вариантов. И он в мецке прав. Эти клоуны никак не уймутся. Зачем им униматься, когда мы почти что сдались? Мы не сдадимся. Боевой раш хорошо, нельзя слишком сдаваться, не вариант. Нет, вот это. Боевой раш. Да, ну да, я понял. Сражаетесь с ними, и у вас кровь закипает. Ты говоришь, что я боюсь? Я совсем не трус. Нет, нет, я про возбуждение. Оно прокрадывается в мозг и мешает вам драться. Я же прав. Расслабьтесь только, и мы их сделаем. Кто со мной? Блин. Вот так. Готовься сдаваться, Фу! Тебе понравится лезть в ТТ, нам честное слово! Не остаётся мне! Кажется, уменьшится все сильнее! Давай, давай, вот! Ой-ой-ой! Тебе понравится за 17,9! На, получи, козёл. Да, отлично сработано. Смотрите, не угорите. Ракета. Что же, ракета. Давай. Давай. Надеюсь, это помирит нас. Лучше бы тебе называть ее должным давай. Образом приличной встречи. Гамора, вперед. У меня еще есть метод. Да, и злиться. Проследить барабаны. Ай-я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 й! Надо бить полную силу! А кто бьет не в полную? Ракета! Никого не жалеть! А кого он жалел когда-нибудь? Офигеть! Мы сражаемся с драконом! Никого не жалеет, никогда! Сменим скоростенько! Он не собирается облегчать нам задачу! Зверь наиболее опасен, когда загнан в угол. Мы не должны проиграть! Ой-ой-ой! Готовы. Да блин! Давай, Питер! Покажи, на что способен! Питер Квилл, запусти меня да. на этих глупцов! Вы чё, блин? Со мной я никого не нарезала! Да блин! Питер! Остался последний камушек, нахрен! Вы чё, издеваетесь, что ли? И так прыгал, как лягуха там. Да давай, ящерица, перерос! Ой, мама! Я послушал! Бежим! Чуть не задело! Так. Хорошая выжа! Бежим, бежим, бежим! Пособить груду! А думай, что твоя возможность запустить, что меня губкову в морду! Давай, давай, давай! Не напоминай! Сейчас! Не скорите! Давай, ракета! Салаты! Надеюсь, это помирит нас с Хеллбендером! Лучше бы тебе называть ее должным образом приличной встречи! Давай, давай, давай! Разрядим барабаны тебе прям давай, в голову! Достаточно сил вкладываешь в сражение. Давай, 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 все, блин, все, что смогли, все, что смогли. Надо бить полную силу. Он говорит с нами или с Фумом. Так, блин, ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаю туч. Смотри, давай, давай, давай. Да, веди тебя хорошо, и мы тебя не обидим. Блин, у меня всю броню снесли. А, ты
Глядите, застрял! Держи! Сюрприз! Что дальше, Питер? Идем! Моя великая сила не используется! Моя великая сила нам потом пригодится. Огонь противника! В буквальном смысле! Давай, давай, давай! Смотрите наверх! Камушки хоть немного меня, да, оберегают? Офигеть! Мы сражаемся с драконом! Давай, давай, давай! У тебя это впервые? Смотри, куда ступаешь! А у тебя якобы нет! Вот это когти! Так. Надеюсь, это помирит нас с Хеллбендер. Лучше бы тебе называть ее должным образом. Блин, 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 Мински. Готовься к бою, ракета. Сейчас. Такое, готовьтесь. Мы его отвлечем. Вон он. Вон он. Упала скала. Готовься сдаваться, Фу! Вау! Никогда не опозорит себя подобным образом! Тоже, знаете, неплохо летать пока. Всяко не так. По тебе бьют. Сейчас тебе Катрина припасло. Берегитесь его! До всего! Да, очень тихо получилось. Показалось, что мы тебя потеряли. Давненько я ничего не взрывал! Крак, сядь! Покажи свои волшебные палочки! Надо бить полную силу! Давай, давай, давай! Бой выход, Гамора! Готово! Ну же, Фум! Тебе понравилось! Давай, давай! У Хеллбендер полно съедобных подручных! Блин, не успел! Я не успел! Фума, как я изначально и предлагал. Не карантинный зоны, так, ветер. Штрафа, не церкви. На нем блин, 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 стреляй давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А, блаженный огненный дом! Это враг явно все у меня! Спокойно! А дальше, Питер! Подожди! Полную силу! Он говорит с нами или с Фумом! Мужайтесь! Похоже, тебе нужна помощь. И тебе. Помочь! Ракета! Взрывай! Давай! Берегитесь его! Я вот подальше буду, как капитан. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я хотел бессмертие это оставить. Ну ладно. Ладно, брат. В следующий раз ты выбираешь дело. И вот сейчас ботинки мне. Ой, как понадобится. Мы сражаемся с драконом. Это и похвальное сражение. Давай. Не попал пока? Давай, Питер, они готовы. Давай, давай. Сильнейший удар от стражей галактики. Зверь ошарашен нашей совместной мощью. Подожди их, ракета. Надо бить полную силу. И блин, а я как не при делах, что ли? Да, излиться! Он начнет ошибаться! Ракета! Давай, бомбами! Сотри их в порошок! Создатель ждет тебя! Давай, давай, давай! Создать бомба, как я изначально предлагал! Ни карантинной зоны, ни штрафа, ни церкви!
Ну, что-то я сомневаюсь, что эта куколка будет. Берегитесь его! Дождево! Получаем! О, прилетело! Двинем хорошенько! Он не собирается облегчать нам задачу! Это и более опасен, когда загнан в угол. Мы не должны проиграть! Давай! Не получилось, да? Блин, единственное, что только то, что долговато все это. Сейчас я им кулаки выдирать буду. Да! Мы торжествуем! Ну, в принципе, я не сложу. В принципе. Так. А вот сейчас мы ей подарим его. Прибыла с монстрами. Ее по ним можно узнать только. Бежим! Ну, енот уже дело правильно. Не надо! Нет, 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 стоп! Нет, леди Хеллбекер! Леди Хеллбек! Семь люлей навешала. Народ, стойте! Да стойте! Леди Хеллбендер, мы пришли! Каждого настигнет мой гнев! Натюрморт! Да стойте, выслушай! Повелительница монстров, ты обещала выслушать его! Слово дала! Слово? Надеюсь, здесь ты как раз красноречив. Мы тебе ударим. Бесплатно. Мы сплоховали. Ой, провели тебя. Ничего. Обчистили. Убили твое дитя. Что сделано, того не воротишь. Но мы загладим вину. Квилл? Вы убили владыку драконов Кокарантора! Да нет же! Сейчас Грут все исправит. Грут всегда красавчик. Вот. Что бы ни случилось, и злиться на него невозможно. О, глаза-то открыл. Зенки продрал. Неожиданно, конечно. Сам в шоке. И этот дракон всех жрал. А почему он ее-то не жрет? Почему монстры ее не жрут? В конце концов, судьба свела нас с тобой. Лорд Фум. В китайских сказках там пять братьев Лю было. Один умел с животными разговаривать. Она из них, что ли? Так, корабль Последняя Веры. Последняя жатва началась. В космосе крики мертвых миров. Надо идти. Срочно. Но кто-то же должен дать отпор церкви. Мы просим, помоги. Ты платишь долг и влезаешь в новый? Нет, хотя я знаю, ты... Довольно. Что довольно? Я соберу свое войско. Так мы тебе это и говорили. Свое войско. Собери, хорошо, напади, идем. Помоги. Этот дракон все-таки боевой. А не шпиц. Более какой-то космический.
Ну вот, какую-то руку там освободили, да, виртуальную. Сегодня леди Хеллбендер сразится в наших рядах. И мы побили Фума, Фума неуязвимого. Вот и у Дракса своя в жизни радость. Мы на пути к судьбе, друзья. Неужели все вышло гладко? Вышло гладко, да? Еще как, и мы вернули Мантис. Но лишились Ворлока. Без него мы не изгоним Магуса, когда прервем их обряд. Так вытащим его из темницы. У всех нас есть опыт в этом. Но... Сигнал еще идет? О да, эту штуку просто так не снять. Круть, тогда всего-то нужно не опоздать. Чего жду от леди Хеллбендер? Уверен, она не опоздает. Отлично. Готовьте снарягу, подчищайте хвосты, сходите в туалет на дорожку, едем без остановок. Хорошо. Эй, Квилл! Одолжи свой плеер. Зачем? Чё? У меня есть план. Давай. Ну что, он его не сломает, это точно. Он... Только не урони. Починить-то он все починит. В этом сомнений нет. Мантис, что случилось на Ламентисе после нашего ухода? Ситуация казалась довольно отчаянной. Доступно, но теперь вы можете поговорить о кинжале. Сначала лучше последуйте совету звездочета и воспользуйтесь туалетом. Ну давайте. Мне не нужно. Ладно, я предупредила. Вспомнишь, когда дедуля из церкви заставит тебя отжиматься во имя веры? Постой, что он заставит делать? Так. Разное. Но в какой-то момент кто-то вот произносит мое имя, а затем появляется лужица. Да, это лишняя информация. Да блин, вот он. Да, пушистик. Возможно, та лужица — это ты. Нет. Хочу узнать, что это за меч такой. Вот это нож. Это правда впечатляющий нож. Ну давай, послушаем про нож. Привет, я просто... Нет нужды в объяснениях, Питер Квилл. Я не грызун, и я не против, когда моими вещами интересуются. Это очень крутой нож. С весьма впечатляющей историей. Ты его узнал? Это нож Ксатара Неоконченного, кататианского короля-воина, первого паломника на Маклу-4. Стой! То есть по сути, это типа Экскалибур? Я не слышал о таком оружии. Легендарный меч, оружие знаменитого короля. Ну тогда да, можно сказать, что это Экскалибур Кататиан. Это символ короля и великой охоты, на которую он повел жаждущих места в Ултате. Так, великая охота. Не-не-не-не. Вот хочу, про великую охоту. Оказывается, великая охота – это важное дело. Мы все для вас испортили, когда поймали Финфанфума. В каком смысле? Ну, она вроде как открывает дорогу в Кататианский рай. Ну и если нет Фума, чтобы вас отправить... Ах, Питер Квилл. Много путей ведет в Ултат. Великая охота — лишь один из них. А. Когда Танос убил мою семью и уничтожил деревню, я дважды выбирал путь мести. В первый раз я собрал отряд кататианских воинов. И хотя нас было меньше, мы пробились сквозь ряды Читаури и бросили вызов Таносу. Стоп. На Катате? Ты дважды сражался с Таносом за галактическую войну? Да. Но в первый раз был слишком слаб. Слишком слаб? Да ты выжил! Танос позволил мне и паре товарищей жить. В назидание. Сломленные, униженные... Выжившие союзники предпочли паломничество на Маклу-4. Но я не мог. Я продолжил идти по пути возмездия. Пока ты не помог мне упокоить души Ховат и Камарии. Если честно, я бы не справился без... И все же ты дал мне новую цель, Питер Квилл. Видимо, моя судьба не в суровых горах, как Арантары, а здесь, на корабле, с тобой. Вот так.
Ну ладно, закончим разговор. Если честно, на самом деле я сейчас немного занят. Конечно. И сам же уходит из своей комнаты. Это я пошел. Поговорил, узнал, что хотел, что-то за обломок меча. А, кстати, почему она живет? У меня столько вопросов. Я знаю, и у меня столько ответов. Вроде захватить средства производства, или это не просто сыпь, или да, он без глютена. Это не совсем то, что я хотел услышать. Но теперь вопросов стало больше. Например? Например, так. Да ладно, закончим разговор. Да не важно. Думаю, обойдусь. Иногда ты прав. Я знаю. Все, сваливаем. Потому что нам надо... Ну все, больше никаких остановок. Я ничего не забыл? Была не была. Едем. Хотя, не, к черту. Вперед, стражи галактики. Осталось... Меня сейчас тошнит. Осталось чуть-чуть, осталось немного. Ну, по крайней мере, я так думаю. Прилететь, навалять, всех победить. Ну, как-то так. Глава 14, самое пекло. Дежавю. Сакралия, корабль, храм церкви Вселенской истины. Итак, как минимум вырос втрое. Впервые вижу такое скопление. Да. Ну и? Вырубаем свет и двигатели. Ждем прибытия леди Хеллбендер. Она вообще прибудет? Она женщина слова, королева. Обещала собрать свое войско. И долго будет собирать? Очень долго. Нет. Нам нельзя медлить. Нужно спасать галактику и Ники. Мы просто обязаны добраться туда и сорвать им обряд. Мы такую армаду не осилим. А сколько осилим? Где, кстати, енот? Ракета, ты что вытворяешь? Наша цель — попасть на Сакралию и сорвать им обряд. Если атакуем в лоб, нас перебьют. Так что сейчас я устрою веселую дискотеку. Мой плеер! Да, с его помощью я забью твоей нелепой музыкой все каналы. И пока церковь будет искать источник... Мы вырубим движки и тихо пронырнем мимо них на борт Сакралии. Умно. Издеваетесь? Ну что ж поделать. Давайте. Ладно. Смирись. Как победим, слетаем за ним. Давай уже обратно. И поехали. Начали. Музыка-то хоть, надеюсь, интересная. Я, кстати, музыку отключил, поэтому мы не услышим, что за музыка там играет. Это авторские Давайте права и тому подобное. Место для парковки. Посмотрите на идиотов. Маскировка работает. И нечего так удивляться. Ну? Мы обязательно вернем мой плеер, когда все кончится. Прости, Квилл. Скорее всего, они разнесут его вдребезги, когда найдут. Эта жертва не должна быть напрасной. Можно это так не называть. Так. От меня-то что зависит? Что зависит? Последние корабли уже улетели. Я даже не знаю, у меня ни мышка, ничего не действует. Ну, кроме как по сторонам смотреть. А что шипеть-то? Как будто я сам услышал. Мы шепчемся. Вот меня тоже. Почему мы шепчем? Мы же вообще на чужом корабле. Они слышат нас через корпус корабля. Никто нас через корпус корабля. Ты продолжаешь шептать. Потому что не хочу быть тем, кто все испортит, если они могут услышать. Да не могут они услышать через борт. Два борта корабля. Мой, это их корабль. Космос там еще, вакуум. Конечно, если бы могли. Что-то... Бред какой-то. В вакууме откуда будет воду-то, звук-то разноситься? Все такие корабли похожи, да? Ой. А что это за трещинка? Я прям слышу. Дыхание моргат. Вау! Да! Вау! Эта Хеллбендер прибыла! Давай, дракон, сожри их.
Стражи Галактики, хватит прятаться! Лорды-монстры Сигнарфа-9 жаждут битвы! Мы не прячемся! Крадемся! Нам просто нужно попасть на Сакралию живыми! Тогда мы будем рвать их и крушить прямо здесь, пока вы пробиваетесь внутрь! Вот это дело! Ешьте, как ты в космосе дышишь? Мои. Вскрывайте их раковины и пируйте! Наслаждаясь аппетитным мясом! Ой, а вот теперь мне страшно, что зря позвал. Хорошие монстры, вон, кораблями живут прям. Вот это хардкор! Вообще здорово. Ну что, ребят, пока леди мочит всех вокруг, надо действовать. Погнали на Сакралию. Мы войдем через посадочный отсек, но туда еще надо как-то добраться. Может, пролетим мимо них? Можно. Ой-ой-ой. Зацепил я его. Так. По нам стреляют. Да блин. Конечно стреляют. Не подставляешь их, Вик. Не получается. Ой-ой-ой. Я попал. Вот теперь это настоящий бой. Повреждения есть? Кончай подставляться, их не будет. Буду знать. Вау-вау-вау. Черт, как много турелей. Попадание! А, нечестно! Да блин! Берегись! Отбью! Тихо-тихо-тихо! Спустили! Вау! Смогли! Смогли! Это уже хорошо! Мантис, ты точно умеешь летать? Да, временами. Может, тебе лучше... Ладно, что же там не было. Так и подходит. Так. Научившись обращаться к своей сущности, чтобы оживить Фанфан Гум, теперь поднимает на ноги всех раненых стражей. Если вы умрете, когда эта способность доступна, Грут автоматически поднимет вас на ноги. Ого, Грут. Ракета, Ворлока не видно. Так, ну-ка давайте сохраним. Окей. По трекеру, золотая задница в центральном каменном массиве. Надо выбираться из ангара. Им об этом скажи. Осторожно! Да. Тебе дал Зотквин! Что бы я без тебя делал, ракета? Так, подождите. Покажи, получите. Что ты можешь! Появление леди Хеллбендер было эффектно. Да, ну, конечно. Вы вас слышали? Один день пока не хрустнут и не лопнут. Не, а нам зачем? Или нам обязательно с ними драться? Церковь предоставила нам 8 армий в качестве мишени. По мне, так лучше нашинковать. А где они? Как мне не хватает музыки, ракета. Давай. Мы почти в твою страну не пошли. Ой-ой-ой. Это будет наша последняя, наша величайшая атака на церковь. Как мне нравится твой запал. Я никого не нарезала! Получи! Негде укрыться! Они могут напасть с любой стороны! Значит, на них тоже можно напасть с любой стороны! Получите! Появление леди Хеллбендер было эффектно! Как она не свалилась с Фума без седла! Получайте. Эти резервуары веры нестабильные. Наверное, стоит от них отойти, да? Да. Сколько народа можно взорвать? Спорим, я кокну больше, чем ты. Тихо, одним фанатиком меньше! И вера ведет их в пропасть!
Это будет наша последняя, наша величайшая атака на цель. Оп. Как мне нравится твой запал, Драк! Ну дальше, Питер! Ну-ка, давай-ка. У меня столько крутых игрушек, которые я хочу обрушить! Получи! Мы уже близко? Не близко! Поэтому тормозить не стоит! Чёрт! Они вызвали жуткую элиту! Но они хотя бы лифт нам подогнали! Подождите! Сейчас мы эту... Фрут! Нам нужно время! Тут негде укрыться! Они могут напасть с любой стороны! Надо пересмотреть варианты нашего боевого построения! Это станет бить больнее! Подождите! Так. Этот клятый церковный петель! Ой, я как раз заскучала! И вот сейчас мы начнем. Готовься! Эй, этот урод усиливает нас на стену! Сделай ему обрезание связи! Сколько раз я уже послал поиграть? Я думал, мне конец. Получаю. Этот мерзавец усиливает своих корешей. Давайте оставим его в бор. Всегда лучшее решение. Получай. Я знаю, что разрушать. Так, скидай. Давай. Словно личный электрошокер. Получи. Да. Как мы его размотали. Появление леди Хелбергер было эффектно. Ну как она не свалилась? Шума, без седла. Я рядом, здоровяк. Тебе с нами не сладить! Спасибо, Питер! Маленькая царапина! Получай! Такого этот тренер подыгрывает своей команде! Давайте оставим его в бор! Всегда лучше решение! Подряд с собой! Да! Я спас тебя! Так, спешит на помощь! Ой-ой-ой! Эй, придурки! Мы пришли ради исполнения! Вот именно! И фейерверки принесли! Вперед, Драк! Магический врачеватель осложняет нашу схватку! Давай-давай-давай-давай! Отныне я грозовой лорд! Покажи им ракета! Это будет наша последняя, наша величайшая! Как мне нравится твой запал, Драк! Ну-ка, поддержите его! Жду подходящего момента! Давай. А он вообще знает, что такое космос? Конечно, знает! Прощай, летунчик! Мять! Мне меньше достанется! Слушайте, Грота! Все сюда! Куда? Слушаемся, слушаемся! Идем! Ну ладно, я сейчас... Я надеюсь, что Ворлок сам освободится и сэкономит нам силы. Мы не для того сюда добирались, чтобы какой-то бродяга украл у нас победу. Один он не справится. Как мы можем быть уверены, что они не нашли способа обратить Ворлока? Это бы объяснило, почему он в плену, а не убит. И сюда сбегается куча этих подхвостов Веры. Он в депрессии чуть не надрал нам задницы. Ворлок ненавидит Магуса. Однажды он уже изгнал его. Может, они помирились. Ты выгнал нас с Грутом, но мы же здесь. Вы сами ушли. Это не важно. Нет. Если Магус обратил Ворлока, он бы уже был тут. Мой корабль! Мантис, перестань! Не крути корабль! Не волнуйтесь за корабль! Лучше сосредоточьтесь на стрельбе! Скоро у вас прибавится гостей! Они уже здесь, Мантис! О! Привет, Антон! Небесная Мадонна шлет вам привет! Поехали! Прервала ему молитву! Эти фанатики понимают лишь язык силы! Ты доставил нам немало тревог, но теперь настал конец! Надо сделать ему больно! Ты думаешь, мы драться не умеем? Они полностью приняли обещание.
Там еще как у меня, в рукопашку тоже. Будем надеяться, Мантис и Леди Хеллбендер найдут, чем их занять. Эй, мы пройдем здесь. Ты идешь? Да. Просто я думал, там одежда. Дверь накрылась. Хвост. Нам надо здесь пройти. Попробуй ее перегрузить. Это что? Так, люк доступа так не зафиксирован, свяжитесь с... Мантис, ты там жива? Когда? Сейчас. Это сложный вопрос со множеством ответов, звездочёт. Знаешь что? Забудь. Поехали. Они еще злятся на нас? Ладно, ладно, нам стыдно за то, что мы устроили в прошлый раз. Нет, не нахер. Ой-ой-ой-ой. Получи! Конь только ограничивает возможности! Ой-ой-ой! Думаю, что Козлавский все под контролем! Но насколько это возможно? Так? Еще одно обещание уничтожено! А подожди, вот, смотри! Сделай из них врагу! Думаете, они скажут нам, где Уорлок? Кажется, они не хотят тебя да. Получи. Это хаос, который Леди Хеллбендер сеет снаружи. Бум, наверное, уже половину армии. Получи. Ну, здорово, здорово. Мы еще бойцовский приемчик там какой-то там. Трус прав, они первые начали. Это же культ, у них должны быть уборщики. Так, уборщики. Уборщики. Скоро Леди Хеллбендер разнесет это судно на полыхающие кусочки. Так. Я бы с удовольствием на это посмотрел. Не идет. Но со стороны. Да, лучше заранее убраться отсюда. Так, незаконно так. Ну давай. Отлично, вот и уборочная команда. Ой. Вся грязь вон там, парни. Обращенный. Я не верю, что это настоящий уборщик. Агента! Жди! Ведь даже тот паузу, который Леди Хеллбендер сеет снаружи. Бум, наверное, уже половину армады растоптал. Да. И сейчас. Покажи им Гамора! Непонятно, чувствуют ли они боль, но умирать умеют. Так вот, что называется духовным опытом. Поберегись! Получи! Бум-бум-бум! Думаете, они скажут нам, где Уорлок? Кажется, они не хотят тебе рассказывать! Блин! Хорошо! Вдруг? Хватай, дружище! Мне, кстати, интересно, как они нас выжили, ой-ой-ой! Может, у них официальный церковный портной есть? Готов? Еще и по мордам я хотел ему дать. Отвесить. Так. Вера в матриарха не спасла его. Ну все, всех. Не расстраивайся, просто всех победили. Все. Я есть Крут. Ты прав, дружище. Они непременно бросят на нас все силы. Звездочет, что значит сердитый оранжевый огонек на панели управления? Какой? Под наклеенной лентой. О, стал желтым. Снова оранжевым. Не обращай внимания. Ты заклеил мои предупреждающие огни? Они отвлекают. Ты потерял право пользоваться лентой. Это моя лента. Ничего себе. Так, так, так. Куда нам? Хороший момент, чтобы сбросить одежду перед предстоящим боем. Нет, для этого нет подходящих моментов. Дрон говорит, что ничего не имеет против. Ну а что они открывают? А, вот оно что. Зашли. Это какой-то ветер. Это точно самый безопасный путь. Нет, хвост побери! Смотрим, смотрим. Какие приоритеты? Квилл, ты наверняка сможешь вытащить остальные панели. Ну вот,
Видишь? Отличная мысль! Подождите. Как прирасти к месту, дружище? Ты же можешь! Опа! Блин. Ага. Отстой! Имел в виду обход. Можно и так. Есть. Вау! Да ладно, не притворяйся, тут-то ветра нету. Уйдем. Иди, заслони меня. Так, ты ждем. Давай, енот, ты ждем. Они включили это только чтобы нас задержать? Срылые картины дерьмом. Вот сейчас надо очень быстро бежать. Вообще не то. Блин, смотрите, у меня жизни-то уходят. Ветер не сломит нашу решимость. Но он явно пытается. Борей с ним, пушистый. Блин. Да тихо ты, блин, почему я не могу так? Ощущается, словно гнев Леди Хеллбендер. Нет, это кроватные вместе турбины. В легендах будет по-другому. Так. А зачем мне вот этот поверху-то идти? Давай. Что у вас на сей раз? Очистка радиоактивной бомбы? Ага, вон туда мне. Сумели. А сейчас кто? Ну не может быть такого, чтобы никто не напал. А там, кстати, я думаю, была одежда. Так что... Что он там? Ого-го! Вот это сюрприз! Надо признаться, приятно. Нет. Несколько монстров пришло. Класс. Что теперь? Нам на помощь. Где же он? А, вижу. Золотой мальчик там. За мной. Да, прямо в открытый космос. Других вариантов у нас нет. Есть одна теория. Ну да, искусственная гравитация. Корабль есть. Большой, она нужна для ремонта и прочего. Как же круто. Стойте. Одна теория. Хорошая у тебя теория. Так. Ходом, ходом, ходом. Почему ты... Видите? Ты дышишь. Этот зеленый дышит, а я не дышу. Сигнал идет откуда-то изнутри того гигантского камня. Да, это куча железа стреляет по нашим чудовищам. Питер Квилл, впереди противник. Ничего, мы справимся. Вставайте! Сюда! Избегай на себя! Ой-ой-ой-ой-ой! Гамора, вперед! Он сам выбрал свою судьбу! Получи! Это лучшая защита! Давай! Как наши успехи? Нормально! Только у меня палец онемел от постоянной стрельбы. Вот так. Сектанты задержничали! На нас бросили снова! Мы на
на верном пути. И... Громила бросается. Ты сейчас устроил? Подожди. Лучше, чем кофе, да? Время больше кофе. Сколько у нас времени? Слишком мало. Сейчас он там охренеет. Рядом, дружище. Сейчас мы ему наваляем. Не лезьте на мины. Давай. Электрический разряд этого мага утомитель. Я не сдержали. Приплачу его. Тогда заживем. Получи. Отлично! Я тебе больше скажу. Да поставь! На! Мы все еще слишком далеко от алтаря. Мы доберемся до него, Драк. Не опускай руки. Подожди. Остерегайтесь, мин! Ого, на эту драку сбежа! Ой-ой-ой! Это, несомненно, преувеличение. Если бы не эта бездрёжная броня корпуса Нова, получай. То клянусь! Надо успокоить этого чада хвостатого раза навсегда! Молодец, Драк! Ты достучался до него! Так. Следи в оба! Так. Космосе, яростная схватка! Даже жаль, что мы это пропускали! Получай! На! Пусть летит, Драк! Думаете, мы могли начать отсюда? Давай! Мы не можем полагаться на гравитацию! И шипы тебе в задницу! Попробуем еще разок, да? Давайте толкнем его. Отдыхай, клинок. О, тут, оказывается, не последний был. Солдат отправился в лучший мир. Так вам и надо, жопопрыги. Порезал его на кутку. Ракета, ты эти слова просто придумываешь, или они что-то значат? Они значат, я устал быть мишенью. Вметые топтушники. Давай, ракета. Ракета, можешь вскрыть замок на двери? Да, я посмотрю. Не сработало. Панель накрылась. Но у меня есть идея получше. Подождите. Ага. А мне-то бежать надо. Вот как это делается. Просто отлично, Пушистик. Не смей меня так называть. Просто ты Пушистик. Что теперь? Пушистик. Внимание! У нас новые гости. Опа. А знаете, сражаться прямо на космическом корабле круто! Пока тут есть гравитация! Значит! Они продолжают наступать! Им нас не остановить, только не сейчас! Да. Я счастлив быть здесь и сражаться с вами плечом к плечу! Здесь мое место! Вот тебе и депиляция! Ну вот, нам сюда! Пошли! Ладно, пойдем. Идем. А чего вы пешком идете? О, стоп. Чудовище сбили. Я думаю, оно окажется в Вальгале для чудовищ. Благородная смерть. Мантис, как там дела наверху? Так много мертвых. Всегда тяжелое зрелище. Звери храбрые. Просто держись, ладно? Мы продвигаемся. Мы тоже храбрые. Подожди. Да, блин, вообще не то. На. Ничего тут не поделать. Так. Получи. Старайтесь не упасть. Может, гравитация есть только на платформах? Шинкуи! Они точно не смогут отключить здесь гравитацию. Если они так поступят, постарайся сделать себя потяжелее. Блин. Готовься к смерти. Куда ты его? Они продолжают наступать. Значит, мы уже рядом, да? И да. Этот коп совсем спятил. Квин бочит сумасшедших копов. Большой. Ну, вроде неплохо мы сработались. Ну,
Он хочет знать, кто посадит все эти тела. Но тут ведь нет земли. Я не понимаю, что он... Он знает, что мы хороним умерших. А-а-а! Это не посадка, дурень! Это корм для червей! Ладно, давайте придумаем, как здесь пройти. Ведь мы вроде как спешим. А если бластерами, Питер? Надо двигаться дальше. Только ими. Питер Квилл, я не смогу напасть на твою дочь, если она стала врагом. Конечно, ты не позволишь, Поленский. Так. Но что, если она не оставит нам выбора? Я разберусь. Даже если тебе... Я разберусь. Блин. Почему вы все так хорошо прыгаете, кроме меня? Даже не сделал вот это. Я один как кальчик какой-то. Как думаете, что там внизу? Нет. Лучше, чем торчать там на виду. Эй, пока еще не поздно, да? Бросайте бластеры и мирно разойдемся, лады? Запускай, Драк! Пора доносить удар! Надо сделать ему ближе, что можно! Я смотрю, Питер в шоке! Блин! Но вам только кажется, что спасибо, я умер. Спасибо, дружище! Летающий придурок лечит своим! Ну так, задай тогда им. Что ж такое? Почему он помогает всем, кроме нас? Кажется, этот пропорт с маском и суеты. Да. Фанатики не боятся всех! Этот летун лечит остальных! Тогда он должен погибнуть первым! Летающее создание начинает свое колдовство! Эльза в него! Подожди! Да! Ну-ка поймай-ка его! Нет, после того, что мы там увидели, и так придется идти! Получай! Тебе в горло! Их слишком много! Подождите! У нее есть свой предел! Для начала надо личинку и люльки на этого подбить. Рейкер же знает, что мы идем за ним! Я думаю, хвост он наверху! У парня самооценка больше этого корабля! И... давай! Больше мы не допустим ничего подобного! Займись! Обходи, мы всегда следуй другая! Закончила жреца! Берегись! Так. Кто-нибудь убит, это считает? У меня, наверное, на 1000 счет идет! У меня ровно столько же, плюс еще сотня. Получите. На тот свет я спешу. Покажи, нам нужна передышка. Эти фанатики понимают лишь язык силы. На. Разве через Сакралию не быстрее было бы? Получи. Здесь. Ой-ой-ой-ой. Ну, вроде неплохо. Смотрите, они сдались. У нас был веский аргумент. И мы их жестоко разбили. Кажется, будто какое-то чудовище вот-вот проломит эту стену. О, это было бы крайне паршиво. Может, двинемся уже? Я хочу покинуть этот закон. Отсюда не видно битвы. Ага, леди Хеллбендер отсюда тоже не видать. И Финн Фанфума. И Финн Фанфума. Думаете, Фум еще злится? Мы смогли одолеть его в его же логове. Он навеки запомнит нас, как превосходящих его существ. Но теперь-то он питомец леди Хеллбендер, а она уж точно злится. Это правда. Да, теперь-то они вдвоем злятся. Инфанфу. Ну, по крайней мере, мечту твою осуществили. Сотраджу Туклу, Элдар Омаргат, Сот... Ну что, вперед! Такой камень булыжник, я бы даже сказал. Явись нам! Покажи, на что способен! Стражи Галактики, как да. Ой-ой-ой. Эти штуки какие-то клятые терминаторы. Нет, это мы их терминируем. Сделай бой! Нет запаха лучше, чем горящая плоть твоего врага. Получай. Как будто кого-то вырвало помоями. Мне кажется, либо вообще пофиг. Великой громил. Сюрприз! Его одолеем.
твой контракт! Полетать! Спасай его, Крот! Я вижу! Давай, навались, корабля! Оторвали ручонки-то. Ой, это очень больно! Надо придумать, как сделать ему больно! Сейчас. Получай! После такого представления я еще долго не смогу доверять роботам. О, я бы на твоем месте остерегался андроидов. Все фильмы об этом говорят. На. Вывели шестеренку из строя. Вот именно. Жать перед временем собрать его на части. Они даже горят отстойно. Да? А мне нравится смотреть, как они горят. Так, минутку. Крот спрашивает, неужели здесь весь приход? Скорее всего. Они должны защитить ритуал любой ценой. Если они любой ценой готовы защитить ритуал, значит, это последняя битва будет. Это убитый монстр? Вау, чуть не упал! Блин! Я рад, что они сражаются за нас и все такое, но ненавижу, когда чудовищ используют в качестве оружия. Мне есть что сказать по этому вопросу. Я пошел. Должна отдать тебе должное, Питер. Серьезно? Твой безумный план и правда работает. Я не ожидала, что леди Хеллбендер придет. А я не был уверен, что мы вообще найдем Фума. Разделись. Это сделали мы, не я один. Но именно ты свел нас всех вместе. И удержал вместе. Даже вопреки здравому... А ну тихо все! Ракета, скажи, что мы уже почти на месте. Мы даже идем, как это было в прошлый раз. Мять! Не моя вина! Я только слежу за продвижение! На! Давай, здоровяк, покажи им, кто тут главный! Твой выход, получай. Гамора! Мерзкая мошка! Никак не попаду! Жди, Гамора! Получай! Нет, нам сюда! Я точно знаю! Давай! Я устраню угрозу! Возвращайся в битву! Где он? И... Внимание! Впереди очень серьезная артиллерия! Давай, подержи его! Куда он делся? Приземлим его! Будет больно! Но да. Быстро! Всей толпой он помордал! Вы могли бы помочь леди Хеллбендер отсюда! Нам бы тут со своими делами разобраться! Убей эти сволочи! Получи! Этот летун уворачивается от моих выстрелов! Подожди! Я наслажусь этим! Хватай! Держи! Мы должны нанести Центуриону удар, пока это возможно! А теперь к делу! Давай! Покажи им, как следует! Немедленно верните меня, Питер Квилла! Я опять по мордам ему. Ну что, классно? Это кто летающий корабль? А куда? Фи-фан-фун меня защищает. Динозаврик, дракон. Он бы хотел бы стать воробушком, но он дракон. Полагаю, это твое, звездный лорд. Вау, спасибо! Давай, спасибо! Вот огромные спасибки. Хо-хо-хо. А смотрите-ка, он еще... А, ну да, он же огнем, он же дракон. Ну что, жить будешь? Буду. Да. Это был такой... Хардкор? Ну да. Да. Почему голова-то... А, ты точно, ты же наполовину пришелец. Здорово, что твой плеер нашелся, Квилл. Так ведь ты его в космос и выкинул. Ну и что? Ничего же не случилось? Давай. С моей психикой случилось. Надо как-то пройти. И... Я разберусь. Давай. Щух.
Поехали. Опять в дыру. Класс. Тебе нравится дым. Черт, гигантский робот. Ненавижу его. Ой. Я уверен, что это робот. В каком смысле? Он работает с энергией, да? Она и пока в душу. Подождите. Подождите. Сделаем больно, Гамора. Такое ощущение, что я палю в него уже вечность. Надо вырубить его под снарон. Железяка ждет удара. Мочим. Так, швыряй. Давай. Тоже неплохой, знаете, удар. Резкий поворот. Интересно, Мантис сможет мне сделать такие лезвия на руки для ближнего боя? Еще пару побольше для Грута. Вот он такие ветры не нажался ни с кем кататианином. А знаете, что вообще есть? Блин, я тебе, ты шутишь? У тебя огневой мощи больше, чем на всем корабле. А я тебе силу не использую. Сейчас я тут устрою! На! Получайте, вы меня достали! Давай, Гамора! Отрывай запчасти ему! На, получай! На! Как же хорошо, что королева чудовищ нас прикрывает. Получай. Она умеет эффектно появляться. Еще не раз. Вот так, вот так, вот так, вот так. Мне кажется, ему вообще пофиг. Отцепись от меня. Вонюч, вот чёрт. Ой-ой-ой. Надо победить их до того, как они победят тебя. Эй, Крилл! Гамори там не очень! Как? Питер Крилл, напусти меня на этих глупцов! На! Нет, Крилл! У него Крилл! Эй, Крилл! Хочешь увидеть салют? Получи! Нати! Интересно, Мантис сможет мне сделать такие лезвия на руки для ближнего боя? Ой-ой-ой-ой! Уже не отдаю это был последний. Должное ее стилю боя! Ну, вроде неплохо. Ты правда думаешь, что внутри этих штук кто-то есть? Я видела вещи и постраннее. В любом случае, они жуткие. Пошли, нам все равно опять надо наверх, к Уорлоку. Давай. Если мы выживем, то нам стоит пригласить леди Хеллбендер в нашу команду. Да она на нашем корабле не поместится. Она ростом с 3 квиллов. С 1.5 квилла, в лучшем случае. Квилла. Одна лишь ее броня весит, как 6 квиллов. Знаете, а давайте проголосуем. Кто за то, чтобы пригласить летнее спортивное трико? Ня! Конечно, я за. Ты шутишь? Она просто офигенная. Вредная, но офигенная. Как я могу? Берегись! Быть против. Против такой дамы. Неплохо, леди Хеллбендер! Такого я не ожидал. Удача на нашей стороне. Нас не засосало в смертельную бездну. Если Рейкер не отключит гравитацию. Будем надеяться, что он для этого слишком занят ритуалом. Мы уверены, что Уорлок на противоположной стороне. Ага, пока мы идем вперед, мы идем в нужную сторону. Мы нашли нашу цель. Молодец. Мы здесь не погибнем. А если погибнем, то целиком Вултан. Только что погиб. Я отправлюсь в Вултан, а вы отправитесь в те райские кущи, которые верите. Но я спрошу, можно ли вам будет ко мне? О, а что, так тоже можно, что ли? Просить. Мы почти на месте. Это книга «Казак в раю» называется. Белянин, по-моему, написал. Вот там тоже из рая в рай. Еврейский рай и христианский рай. Два разных рая. «Казак в раю», «Казак в аду» — две книги. Рекомендую. Ой, 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 ни хрена себе. Охренеть себе. Мамочка. Ну, вам хана. Это кто? Это что?
психо. Нет, не психо. Что это? Собака-бабака. Космо, это ты, Космо, что ли? Да. Да. Спасибо, Страж Галактик. Космо. Ты помог Космо стряхнуть с себя обещание. Он больше не бежит за змеей, думая, что это палка. И смотри, Космо привел забвение. Да, мы заметили. За землю. Скажите привет, щенки. Я рад, что ты вернулся, старик. Космо совсем как те мерзкие блохи. Это голова. Думай, что избавился от него, а он тут хватит тебе за зна. Какой хороший пес. Нет, Космо лучший из псов. Мы покажем этим мозгоблохам, как надо кусаться. В атаку! Вау, голова полетела. Я понятия не имел, что на забвении есть такие лучи. Офигенно! Этот пес держит лапу на кнопке с ядерной бомбой. Надо быть с ним повежливее. Пойдем, пойдем. Надо идти. Мы идем. Но нужно идти быстрее. Есть шанс, что в этой скале мы опять нос к носу столкнемся с великим объединителем. Тогда мы оторвем ему нос. У меня всего одна его рука. Я жажду пополнить коллекцию. Но в прошлый раз, когда мы его встретили, он надрал нам зад. Что это было? Ох ты, куда-то вообще кинул-то. Нас сейчас расплющит. А мы в космосе. Нет, не в этот раз. Я от дороги на поворот. Стоп, что? Засосало. Грут, подсвети. Грут. Слышь, дай ему минутку, он только из космоса. Да я и не настаиваю. Ты берите конечности. Какие? Все. Да все. Не нравится мне это. Головокружительно. Вау. Ну конечно, тебе-то весело. Осторожно, обломки. Хорошо, что моя кожа такая крепкая. Блин. Мы штаны не порвали. Ну моя-то кожа не такая крепкая. Надеюсь, мы не ошиблись. Не свались с края, не свались с края. Смотрите мою скорость! Ого! Ха-ха! Это было нечто! Да... Так. Ха-ха! Это было нечто! Достойно сказаний! Эй, сигнал тут куда сильнее! Мы уже рядом! Приспешники Рейкера не сдадутся без боя. Так же, как и мы. Так, куда нам? Вот мы тут? Пришли за Адамом Уорлоком. Приведите его сюда, и мы от вас отстанем. Тебя не слушают. Подожди. А это вообще как-то движется? Можно двигать? Ой, там бой идет. Вас ввели в заблуждение. Да, было бы все так просто, Дракс. Да на. Культ Рейкера потерял последователя. Вот и все. Нашли на кого нарываться-то. Мы опять опоздали на исполнение. Вы что-нибудь чувствуете? Я ничего не вижу, кроме толпы сразумных самоубийц. Это что такое? Скрелок Лавкач. Точный бур. Я говорю, в камне каком-то не плавает. Он еще и бурится, еще продолжает. Когда-то в этих туннелях были шахтеры, а не эти уроды. Им стоит отринуть своего ложного бога и вернуться к работе. Подожди. Ладно. Пускал Бендер могла заманить нас в ловушку. Я бы так и поступила. А чего вы так деретесь-то хорошо? К чему бы это? Это мразь явно главное, ждет меня. Главное, меня норовят. Я опасаюсь, что мы заплутаем без жукоглазки. У нее отлично получается спасать наши хвосты. Хвосты, ну это да. Да, чтобы разбудить их, надо бить еще сильнее. Прямо очень сильно. На.
Давай. Жив, осторожно, тут может быть засада. Я перережу глотку каждому, кто попытается прошмыгнуть мимо нас. Вот в этом я не сомневаюсь. Отстегнись, вас ввели в заблуждение. Не выйдет, они полностью поглощены обещанием. Не-не-не. Противники на подходе, Питер Квилл. Попробуешь их вразумить? Это не сработает. Просто вали их и все. Мы уверены, что Хеллбендер нас не подставит. Она же знает, что нас бумк. Ой, что-то так бумкнуло-то. Они продолжают наступать. Сигнал идет откуда-то из глубины шахты. Енот, ты что-то не то подорвал. Что-то бумкнуло так. А, вон мы оттуда сюда пришли. Ну, здорово так-то. Ракета, ты уверен, что Уорлок где-то здесь? Уверен, если жучок еще на нем. Вряд ли он от него избавился. Он бы понял, что мы идем. График это да. Что хорошо, то что видно, куда ты идешь, откуда ты идешь. Даже не верится, что вся эта церковь возникла из кучки шахтеров. Лучше бы они продолжали копать. На. Питер! Тихо. И сказала Гамора, да будет больно. На. Везло, что Мантис умеет предсказывать будущее. Подожди. Она чудачка, но мы перед ней в долгу. Ух ты. Ну как ты? Так, мы пойдем, что исполнение уже началось. Я ничего не вижу, кроме толпы. Кто-то все еще копает. Может, им драгметалл для техники нужен? Да. Давай бежим к на объединителе не из дешевых. Ловите. Не расстраивайся, просто лупи их и все. Так. А, там еще и внизу что-то есть. Да. Ну, на ты. Когда мы уничтожим церковь, этой дрянью перестанут торговать. Слишком опасно. Получается. Мне кажется, или ему вообще пофиг? Крепкий гад. Подожди. Придется постараться как следует. Сейчас. Пока. Воу, подожди. Глупцы! Магус хочет поглотить ваши души! На! Да? Было бы все так просто, Драк! Приятель отлично получил. Защищен! Огромный робот! Давай, Гамора! Отрезаем ему конечности! Вы думали, что это все? Ошибаешься! На! Вот теперь все! Ой-ой-ой! Да, чтобы разбудить их, надо бить еще сильнее! Прямо очень сильно! Так! Подходящего момента! Хеллбендер могла заманить нас в ловушку. Я бы так и поступила. Невозможно. Она человек чести. Тихо. А почему именно по мне-то? Я опасаюсь, что мы заплутаем без сукоглазки. На. Решил бы отлично. Закон боя в открытом космосе. Молодец. Вынес его. Если на вас напали без причины, вы можете обобрать обидчика до нитки. У них на то была причина. А у нас было еще больше причин. Получите. Поставь его на место, железный кретин! На! Нет, такой огромный робот может немало вытянуть! На! Получи! Одним фанатиком меньше! И держись, ракета! Подожди! На! Народ! Кто-то должен отцепить жучок от задницы Уорлока! Верни я! Получи! Подождите! Я всех вас подниму. У меня на это есть и время, и способности. Я есть ключ. Я знаю, что нужно целиться, но эти клоуны подзуживают меня стрелять. Они выставляют меня на посмешище. Да никто тебя на посмешище не выставляет. Так, не слушай этих клоунов, мы будем драться так, как хотим. Да они просто идиоты. Пытаются нас отвлечь, сбить с волны. Не знаю, как вы... А я сыт по горло. Хватит уже! Кто со мной? Мудрые слова, Питер Квилл! Повеселимся! Мощно! Получи!
плюс один сектант! Их вера ведет! Получай! Да. Да, было бы все так просто, Драк! Что дальше, Питер? Подожди. Ха! Группируй их! Давай! Кому-то придется снять ключом! Ой-ой-ой! А тебе повезло, как ты ласково положил. С этим вернемся сюда и забьем багажный отсек до отказа. А, нам продадим сюда и надо руду было. На черном рынке в качестве платы за работу? Это нам точно не перепрыгнуть. Питер справится. Да что ты? Питер Квилл владеет волшебным оружием. Так. Ну я не вижу, что там заморозить-то надо. Говорит, жаль его народ не увидит, как он спасает мир. Может, они бы ему помогли? Можете себе это представить? Целая армия грутов. Так, надо смотреть. Так. Заморозим. Волшебное оружие у меня, да, значит? Ведите себя тише. Они не знают, что мы здесь. Инспекция по охране труда. Да. Предоставьте нам документы, которые вы изучили. Вот, все. Дракс, надо быстрее. Типа... Проверка безопасности. Бам! Не прошли. Так, ну, Гермиона справилась. Буду бам, звать ее Гермионой. Прошли проверку безопасности. Как-то не по-другому трогать. Же она называется, верно. Правда. Так. Ты знаешь, что делать, Квилл? Да нормально все. Оп. У меня дыбом стал мех. Тут энергии еще больше, чем на коре. Грут тоже это чувствует. Плохая энергетика. Паршивая аура. Ну, у меня-то все. Верстак, конечно, ржавый, но мне ржавчина никогда не мешала. Да у меня все прокачано, все, что можно. Да вон. Все прокачано. Так. Это мне не надо. Боеоглушение. Монстры. Кстати, енот. По поводу тебя. Где ты темный? Я что, один буду темным? Вот этот вроде бы, если не ошибаюсь. Так. Дракс. Так. Переодетый. Темный ты нет, да? Темного тебя. Ну-ка покажись, посмотри на меня. В глаза смотреть. Ну вот этот будешь. Так, ну и а у Грута такой вообще нету темность, темной материи. Нет. Нет. А, вот он. Все, вроде как все темные. Эй, я тебе темную личину давал. Или ты уже все? Не хочешь быть темным? Так. Вот так. Все. Досадно, что леди Хеллбендер не позвала. Зовите меня, ваше темнейшество. Досадно. Мы изрядно потрепали их друзей. Они в нас стреляли. Вау! Ни хрена себе. Так, ну это-то ладно. Вы видели, что-то впереди этих роботов до хрена. Смотрите, и больше. Как далеко они протянули связь с Адамом Уорлоком. Кстати, о золоте. Нас разделяет всего лишь эта огромная армия роботов-убийц. Вот я это про них. Это что, шутка? Они закрыли его щитом. Смотрите, веры. Мы сможем отключить его, как тогда на забвении? Можем попробовать. Так, я так думаю, мне надо проскочить. Драться-то здесь не обязательно. Давайте, народ, сделаем это. Нельзя, чтобы Золотой Бог ждал нас. Ты знаешь, что делать, ракета? Давай. О, из башни хлынули роботы. Ой-ой-ой. Бежим. Этих, похоже, на вечеринку не позвали. Бежим, 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 бежим. Пусть посидят на скамейке запасных. Драк, скидай. Нет.
Значит, все должно быть как на коре, да? Так. Просто выдернем провода. Да, сначала забери. Надо придумать, как сделать ему больно. Мы должны найти Ворлока. Если он следует... Получай. ...то надо заняться им. Давай, проруби! Готово! Ракета! Хренач, блин. Надо скорее найти Рейнджера, иначе все было зря. Ники близко. В этот раз мы ее не подведем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не полезу наверх, пока там эти магические штучки-дрюшки. Будем выдергивать их по одному. Так. Блин, осторожно! Где выдергивать? Этот корабль полон кошмаров. Я уже сыт ими по горло. Ветки в руки, друг. Получай. Подождите. Ракета! Где Ворлок? Он же должен быть тут. Если все они охраняют Ворлока, значит Рейки здорово его боится. Квилл, нам нужно выдернуть эти мерзкие штуки. Я работаю над этим. Да где их выдергивать-то? А, вот. Получилось! Так. Теперь быстренько проверните еще разок и все! И все! Эткины, блядь! Это завод по изготовлению роботов-психопатов! Не хотела бы я быть здесь, когда подожди. Они не включатся! На! Я ранен! Быстрее! Все идите сюда! Успели, успели, успели! Что там? Там, Ворлок. Сейчас. Я организую транспорт до золотой жопы. Главное, держитесь покрепче. До золотой жопы. За дроны, не за жопу. Ой-ой-ой. Транспорт организую. Великий объединитель. Всем лежать. Пришел покарать побежденного пленника. Наказать за низменность Энида мы. Закрой уже свой рот! Вижу цель. Не надо. Мы не можем сейчас рисковать. Ты явился сюда, прямо перед нашим вознесением. Ради чего? Ради всего. Снова хочешь все у нас отнять? Я? Что отнял, ответь. Мою веру. И не только мою. Ты бросил свою паству. Ты бросил нашу с тобой церковь. Убедил нас, что наш Бог мертв. Мы лишились тебя и надежды на восстановление. Я думал... Ты обещал мне сына. Я обещал облегчение, пока ты планировал провощение. Просчетов полно, признаю, но свое сумасшествие ты создал сам. Хватит! Довольно! Мне уже не больно. Истинно божественный сосуд ждет, а ты лишь шелуха, лишь бледная тень. Как вы Бога вообще могли поймать? Ощутишь свет. Послушай. Прекрати преступление! Рейкер! Он ушел. Вон он. Убежал, я бы даже сказал. Спотыкался. Так. Стражи, порвите путы. Решительно Рейкер рвется реализовать ритуал. Ракета, вытащишь его? Есть выбор. Дай угадаю. Рейкер проворней показал себя, чем ты предвидел? Плохой путь. Поминать просчеты прошлые. Творение Данса. Вдруг вредная вера вольется внутрь вовлеченный, вскормив вечного врага. Только через наши трупы. Мы остановим их все вместе. Правда? Такая маска у меня крутая. Правда. Опа. Освободили. Что ж, народ, погнали. Плащ-то убери. Время воздуха важнее. Мешается плащ-то. Могу засунуть его обратно. Не соблазняй. Енот, мы с тобой на одной волне сейчас. Манифестация Магуса малоприятна. Его ненасытное нутро накинется на нас. Только если ты не сожрешь его первым. Примитивный подход. Следует стереть сущность, давлеющую над девочкой. Но много ли останется от самой Ники? Если ее искра не истлела, то измучена и не будет избавления. Это как сон. Магус тусовался у тебя в голове куда дольше, чем с Ники. И ты вроде бодрячком. Я половина прошлых. Квилл, ты не забыл про конец света? Так. Бежим! Бежим. Ой, чувствую.
прибежали на бой. Мегабитва. Радуйтесь. Вы пришли вовремя, чтобы чудо увидеть. Великий Объединитель, заставьте их быть свидетелями. Заставьте. Охотно. Чего опять? Теперь ты полезешь в кандалы, что ли? Только что одного из кандалов достали, другая полезла по своей воле. Чё, любишь БДСМ или чё? Ой-ой-ой, это целители, по-моему, если не ошибаюсь. Их до хрена. Так, а вот эта сущность темная. Сила, или как ее называют. Ой, камень порвало, нет? Дракон, беги-беги. Ой-ой-ой, все поглощает. Все. И становится чем? Галактикой? Становится так. Госпожа, вы должны терпеть! Исполните обещание! Монстр! Так, этот-то как-то повелевает одной только рукой. Мантис! Мантис, где же ты? Я освежую тебя! Грут, попробуй! Грут? Давай, у меня же какое-то параллельное сознание есть там. Я ж не просто человек, я какой-то там сознание. Отец сознанием же был. Глава 15. Нарушенное обещание. Так. Ты меня слышишь? Ей нужна помощь. Ты почти здесь. Слушай меня, Питер. Слушаю. Слушай мой голос. Слушаю. Отыщи меня. Давай. Ее можно спасти. Так этим я и собираюсь заняться. Питер! Сюда, Питер! Иди на голос. А я иду вообще? Ей нужна помощь. Иди ко мне. Куда иди идти? Я мне. Иду. Другого пути нет. Чё, ничего не действует? Слушай мой голос, Питер. Иди сюда. Куда? Найди источник. Я с ней. Я рядом с ней. Еще не поздно, Питер. Да я иду, я не знаю куда. А, просто ждать надо было, да? Пап. Надо было просто ждать. Давай, подъем! Времени мало! Мы ничего не успеем! Мама скоро придет! Давай, вставай! Ники, что? Че, не успеем? Ой, что-то повторяется. Было уже где-то это. День рождения. Что-то... Сейчас отхэппи-бездим. Дрянная подделка. Все швы расползаются. Не могу поверить, что я не заметил этого в прошлый раз. Ничего себе. Наконец! Помоги! Мама скоро придет, и надо все подготовить. А, Ники. Так, хорош. Ты мать убила сама. Сегодня! Ты опять забыл? Так. Пап! Пап! Послушай меня, ладно? Это все иллюзия. Давай. Серьезно? Да-да-да, я уже так пап, сам от своей матери отошел. Ты обещал папу сюрпризом для мамы на день рождения. Нет, неправда. Да! Ты сказал, что починишь проектор и в торт надо вставить свечи и найти наш подарок. Ну все, хватит, Ники. Ничего из этого не кажется тебе знакомым? Не, мне с планеты тортов доставили. Да, это и в первый раз было странно. Планета торта. Я его испек... Так, остался подарок и проектор. Так, проектор. Так, Ники... Все это не настоящее. А,
Конечно, нет. Там фокус сбился. Можешь подстроить? Да нет, не в этом дело. Признаю, это все равно очень круто. А здорово вышло. Я боялась, что не будет правдоподобно. Говоря о правдоподобном... Ага, это Хала и ее звездная система. И я все луны нарисовала. Красиво. Да блин. Дело только за подарком. Он был где-то в комнате. Это уже было все. Рождение Ники и... Только не может повторяться один и тот же эпизод. Что мне делать? Нашел? Да. Надо как-то из этой... Из иллюзии, да, из этой вытаскивать. Положи на стол. Положи на стол. Положил. Хоть что-то из того, что я говорю, имеет какое-то значение? Мы вместе купили. Помнишь, мы гуляли на забвении, ей понравилась картина. Вид на Крилар. Видимо, это и есть ответ на мой вопрос. Одно мы и то же. Мы теперь можем поговорить? Вроде нет. Как тебе? Ты, похоже, по горло увязла в этом обещании. Так, он не двигается. Спасибо, пап. Застрял. Я тебя люблю. О, боже. Видимо, разговор. Питер, открой дверь. Открываю. Мама, я все проверю, а ты открой ей дверь. Да, открываю, открываю. О, рад тебя видеть. Такие вещи творятся. Ники как в бреду, ни во что меня не ставит. Надо как-то на нее подействовать. Питер. Ну да, да, нам нужен план. Тебе, не нам. Да, я знаю, я накосячил к своему стыду. Питер. Но чтобы выпутаться... Я мертва, Питер. Вот так. Да, но ведь... Не окончательно. Так? Это отголосок сознания. Эхо. Твой голос. Ну? Тебе про что и говорят? Ты звала меня. Я же вижу тебя. Вот, видишь? Ты видишь призрак. Ты видишь то, что хочешь видеть. Часть меня осталась в камне души. Но сама я не существую. Мы все исправим, чтобы вернуть тебя... Сейчас она важнее всех. Помоги ей смириться с тем, что меня нет. Ты бы хоть сказала. Что именно? Расскажи. Про Ники. Ну, это... Ты, да я... 12 лет назад. Ох, Питер. Я посчитал. Ее обещание вранье. Да, я знаю, но все остальное. Верно? Ты со мной на Меркурии. И я же помню ту ночь. Я тоже. Но она не твоя дочка. Вот так вот. И даже не моя. А чья же тогда? Кто она? Сирота войны. Когда я возвращалась домой, Совет Кри начал преследование нечистокровных. Ники была... такой крошечной. Я не дала им убить ее. Так ребенок виноват. Я... Ей... не отец? Нет. А я вас хочу ты быть. Не отец. Вот как. Ладно. Я настроился уже. Ты ей сейчас нужен. Ей надо жить без меня. Я говорил, не слушает. Ей придется. День рождения, подарки. Абсолютно все, что поддерживает в ней связь с этой лживой версией меня, всех нас. Заставь ее слушать, сломай иллюзию. Я не разбираюсь в тонкостях. Разберешься. У тебя нет выбора. Вот так. Ладно, сейчас разнесем все к чертям собачьим. Это у меня бластеров нету, правда. В иллюзии у меня нет бластеров. Хотя, может, появится. И я... Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Все. Я знаю. Отголосок эхо ушел. Призрак. Психосубстанция. Где мама? Это была она, да? Она не придет. Конечно, придет. Это был Карлос. Сказал, что она задерживается. Да ты все слышала же. У меня еще есть время подобрать музыку. Уничтожу эту ложь.
Она придет. Эй! Ты чего? Прости, Ники. Я все исправлю. Хватит! Не надо! Хватит! Все портить! Бам! Мама придет. Это не по-настоящему, Ники. Это все нереально. Ненавижу! Ты мне не отец! Ты не мой! Детка, я знаю. Но я-то думал, что отец... Испортил все начисто! Мама бы вошла и... Что и? Я всего-то хочу ее видеть. Кто бы ни вошел в эту дверь, не твоя мама. Ты не знаешь. Я много чего не знаю. Я знаю об этом. Как вовремя прикусить язык, как избежать ареста. Как утешить девочку 12 лет, которая от горя готова смести галактику. Но это... обещание... Я точно знаю, это развод. Так, ты здесь ни при чем. Я знаю, что ты чувствуешь. Боль, гнев. Нет, и... не знаешь. Знаю. Верно, не знаю, но предполагаю. Смысл в том... Мне нет дела до твоего смысла. И твои советы мне не нужны. А что тебе нужно? Ясно. Ладно. Хочу ее вернуть, пусть и не взаправду. Я хочу, чтобы все было как прежде. И пусть придется печь этот абсурдный торт во веки веков и дольше. Лучше надеяться, что она вернется, чем признаться себе в обратном. И что... это моя вина. Ну что, прими, доживи с этим. Если б я не отвлекла ее... Ты не виновата в ее смерти, Ники. Не нужно корить себя. Почему? Это правда, если б только... Это неправда. Тварь создала не ты. Не ты выпустила. Мама вовсе не из-за тебя там оказалась. Можно винить всех налево и направо, но прости, ты здесь ни при чем. Ой. Может, это она? Я ничего не слышал. Правда? Правда. Ну да. Стучат же. За дверью явно кто-то стоит. Или что-то. Или что-то. Правильно. Ладно. Я знаю, это не она. Но если поверить в это... Так что пока я верю... Ничего нет. Не будет. Это будет не она. Верь, не верь. Поверь со мной. Ты... заставь ее слушать. Кладбище домашних животных. Я смотрела фильм? В тонкостях. Разберешься. У тебя нет выбора. Что-то не понял. Что, еще раз на круги своя? Я знаю. Так, или это надо несколько раз пройти? Где мама? Это была она, да? Что-то она не, не то. Придет. Конечно, придет. Это был Карлос. Сказал, что она задерживается. Значит, у меня еще есть время подобрать музыку. Уничтожу эту ложь. Так. Блин, что-то я накосячил где-то не там. Эй, ты чего? Прости, Ники. Ладно, сейчас будем откроем тогда дверь. Хватит! Не надо! Хватит! Блин. Или действительно надо несколько раз это все проходить. Это не по-настоящему, Ники. Это все нереально. Ненавижу! Ты мне так не отвери! Это можно пропустить? Детка. Ты... я... Кто бы ни вошел... Вот ты не знаешь. Я много человек избежать. От горя готова... Обещание. Ты здесь ни так. при чем. Я знаю. Нет. Верно. Пойдем тем же путем. Ясно. Хочу ее вернуть, пусть и не взаправду. Придет по веки веков. Я хочу, чтобы все было моя... как прежде. Так, облегчить. Если и ее совесть. Почему? Это не... Мама вовсе не из-за тебя. Их налево. Вот сейчас, давайте посмотрим. Если... Может, это она? Так.
Ты сама должна разглядеть ложь. Знаешь, я абсолютно уверен. Это не она. Это все скверная, мерзкая тварь, что рвется поглотить всю галактику целиком. Давай. Ты же помнишь маму? Она не была святой. Но не стала бы жрать галактику. Галактику, ни хрена себе, галактику пожрать. Не важно, что я думаю, это твое обещание. Только ты разрушишь его. Ой, какой я праведный прямо. Ладно, скажем, это дикая тварь у двери, не мама. О том и речь. Тогда не знаю, как... Как с этим можно... Что, нормально, я же живу. Я что, теперь вечно торты буду давить? Разрушать что-то успокаивает. Ну, а ты сейчас на галактику уничтожил. Можно по-другому. Что ты делаешь? Еще на Земле. Мама показала мне. Нужно зажечь что-нибудь. Помянуть человека. Дань памяти. Это, конечно, не магия, и никого не воскресит, но... Но? Знаешь, это типа жест. Брошенный в лицо чему-то очень плохому. Порой это все, что есть. Порой это все, что есть, все правильно. Память. И жест, то, что я мы помним об этом. Я никак не могу забыть тот лифт. Она злилась на меня. Ой, да ладно. Что значит злилась? Скорее, заботилась о тебе. Ну, думай, думай, своей бестолковой-то. Эй. Что бы там ни было, ты не одна. Ясно? Вот самое, что интересно, почему у инопланетян похожи на люди, там, пять пальцев, фаланги, все вот это. Ну, кое-что я должна сделать одна. Ладно, как-нибудь глаза там еще... Ну совсем того, что на человека вряд ли будет похоже. Там же другая гравитация, все другое. Для всех нас. Так, вроде бы как из транса вывели. Давай. Ух ты. Нет, дитя, вернись назад. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, монстр. Да отсеки ему вторую руку, чё ты? Так. Поглощать будешь? Часть себя возвращать. Тебя свет, тень! Эй, чудик! Так. Вот вмять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это нам не пробить. Придется. Или Ворлоку хана. Возьмитесь за фан-клуб Рейкера. Запускай, драк! Он лезет из остальных! Да подождите вы! Хреначки! Как там было? Не, держи его! Да! Этот
супер-шряк свое получишь! И подождите! Я к вам присоединюсь! Давай! Она на проводе, но мы все еще в опасности! Подожди! Резкий поворот! Давай! У них там целитель нашелся! Подождешь! Стреляем прямо! Давай! Подожди! Что ж такое? Давай! Почему он помогает всем, кроме нас? Ты обязан! Подожди! Моя магия не спасет их! Есть труд! Время обнимашек! Давай! Великий, объедините! Получи! Стой! Блин! Ощутите ее ярость! Надо придумать что-то посерьезнее! Как нож в масло! Давай! Они клещут своих! Да он должен погибнуть первым! Подожди! Так? Эти жрецы вообще люди! Они не дают нам убить! Подожди! Мы сюда! Он не хочет склониться перед нами! Блин! Шифра! Давай-ка! Давай! Мантик, ты здесь! Нужна срочная эвакуация! Они же убьют! Получи! Ты его ни за что бы нас не предала! Да. Советую уклоняться от левитирующих капсул, Питер Квилл! Да, конечно! Мне хотя бы одного сначала вынести! Довольно давиться душами! Давай! Этот должен погибнуть первым! Получи! Отрежу кусочек! Луж! На! Луж! Ты хорошо ее укутал! Девчонка будет в порядке! Так! Питер! Помоги! Нам нужна вся сила, чтобы атаковать это создание! Давай, помогу тебе! Остановить опасность! Так. Сейчас. Он убрал тебе. Ну-ка, оглуши-ка его. Поехали. Ночь Питера Квилла сможет сама освободиться. Она на свободе, но мы все еще в опасности. Ты обязан... Подождите. Покажи, что можешь, Гамора. Вот так вот. Держи его. Твой выход. Гомон, где этот тренер подыгрывает своей команде? На. Уже убьют тебя. Да, и Вера его не защитила. Ха, помолимся за него. Довольно давиться душами. Это что за глюк? Это что за глюк был? Питер Квилл, допусти меня на этих глупцов! Не верится, что наша злобанца прыгнула в аппарат! Чувство вины — это очень важная мотивация! Великий объединитель! Да что ж такое? Почему он помогает всем, кроме нас? Надо обрезать ему все, что торчит! Рано! Радуешься, разбойник! Как этот грудь преодолеть? Ники, точно все хорошо! Луж! Блин. Ну-ка, загрузись в последнюю контрольную точку. Что-то глюкнуло. Так же нельзя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот ничего, я попал. Это нам не пробить. Придется, или Ворлоку хана. Возьмите за фан-клуб Рейкера. Подожди. Бежим!
Есть новости от Мантиса! Сосредоточимся на текущей проблеме! Ты знаешь, что делать так! Остановить! Опасно! Будем уничтожать их! Давай! Устрой нам давай! Я смотрю, Питер в шоке! Давай! Первый есть! Этот колдун получает. Все объедините. Ой-ой-ой-ой. Он смеется над получай. Получай. Эти летающие штуки похожи на роботов, да? Да плевать, что они такое. Они будущие трупы. Давай. Ой-ой-ой. Вся он убрал тебе. Сначала нам надо разобраться с этими сектантами. Какого? Что за тихо молодец мне взломать? Подержите его. Может, посмотришь, как он там? А теперь. А дальше, Питер. Разрядим барабаны. Позволяйте летающему созданию лечить союз. Ты хочешь причин убить его первым? Летучие лечи остальные. Так, это нечестно. Подожди. Знаешь, сейчас люлей ему надает. Получи. Этот летун лечит остальных. Это нечестно. Получай. Довольно. Добиться душами. Да, кажется, подбрось его. Готов. Лучше. Так. Довольно. Вот так. Теперь я точно их всех убил. Гарантия. Фирма гарантирует. Ты сейчас хапнешь больше, чем надо. Тебя порвет. Ты понял, робот, как ты вообще можешь что-то хапать в себя? Электросистемы там свои, кто это? Микрочипы. Делите, объедините рейкел. Классная речь. Мочи его! Давай, никого не вырезала! Защитите меня! Ощутите мой гнев! Я жажду разрушать! Давай! Уступи нам, колдун! Все кончено! Ничего не кончено, пока уже! Блин! Разбойник! Получай! Так. Моя еще убью тебя! Обрушу. Давай, давай, давай! Давай! Мы помочь тебе пытаем! Рейкер! Великого Борителя всего верой забить! Обязан! Да подожди ты! Моя вера меня хранит! Ощутите мой гнев! Да. Стой! На куски! Остановись! Опасность! Шуряй! Давай, давай! Великий, объедините! Ой-ой-ой! Моя вера защитит меня невозможно! Ай-яй-яй-яй-яй! И пусть страх поглотит вас! О, а ему все нипочем! Ой, что бы это могло быть? Луч! Он перемещается! Так? Где ты? Что дальше, Питер? Да подождите вы. Что дальше? Откуда я знаю, что дальше? Надо валить как-то это чудовище. В темноте-то я вам что могу сказать? Классная речь! Мочи его!
Моя вера! Меня ощутите, мой гнев! Довольно давиться тушками! Бодрит лучше, чем кофе, да? Брол, всем нам! Давай! Рови на кусочки! Тебе с нами не вся эта вера явно не идет вот на пользу его кожи! Будь у него волосы, они бы уже давно выпали! Давай! Не тратьте пули! Тут нужно что-то особенное! Луж! Луж! Ой, не то! Пусть летит, Драк! Вообще не то сделал! Почти все, дружище! Мы его сделали! Моя вера, защитить меня! Да блин, я вообще не то сделал! Узрите свой конец, стражи! Так. Они же убьют тебя! Давай! Вот так, вот так, вот так. Да уж, это слово как опасно. Рано. Радуешься. Разбой, конец близок. Это только подержи его. Срёт мои патроны. Подорви их, ракета. Этого не может быть. Наканкуй их. Да. Расхреначим тебя. Драк, скидай. Бамк. Так. Что, в темноту нас опять погрузишь? Ой-ой-ой. Хлопный глаз ослепил Питера Квилла. Блин. Он сам с собой таранит меня. Допусти меня на этих пустов! Мяк, мы хоть немного его задели? Да. Моя вера, меня храни! Он убрал тебя. Этой электрической магии. Это брать явно все от меня. Вот так, вот так, вот так, вот так. Да как так-то мне прям в голову? Я ничего не взрывал. Бежи, труд! Остановить! Да. Эту броню можно пару дней резать! Но моя вера так крепка! Давай! Великий объединитель! Сделай это, здоровяк! Давай, 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 давай! Моя вера защитит меня! Обязан! Блин, просрали очень много! И всем нам! Поглотит вас! Ай-яй-яй! А я не могу использовать. Я не могу использовать в темноте эти командные. Хреново. Ладно. Он как-то отсекает все эти способности суперские. Этой темнотой. Мочи его! Невозможно! Моя вера, меня ощутите, мой гнев! Мой выход, ракета! Почти все, дружище, мы вот сделали! Обязан! Раз, два. Хватит прятаться за маленькими девочками, Рейкер! Они же убьют тебя! Получай! Так. Ладно. Эта вера когда-нибудь вывалится из него. Хоть бы небольшое несварение себе заработал. Получай. Моя вера защитит меня. Моя вера обрушит. Моя вера не дрогнет. Давай. Луч. Пускай, Драк! Давай, 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 сможем мы за раз его побить. Довольно давиться тушками. Нет, за раз мы его не смогли.
Убейте свой конец! Стражи! Давай. Что дальше, Питер? Бам! Какие мой гнев! Да вот. Вперед, так. Так. Когда все это закончится, мы прославимся. Лучше подготовимся. Ай-яй-яй. Давай. А теперь к делу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, немножко так. Молчать! Хорнер, держи! Обязан. Мы займемся рейнджером. На. Что случилось? Мелкая неурядица. Давай, хренач по нему. Всем нам. Твой выход, брат, Ники! Риска своей судьбой! Ты нас перепугала! Какое крепкое дитя! Давай! Ощути чепиной, что-то посерьезней! Он убрал тебе! Я не дрогну! Так. Отлично! Рано. Радуешься, разбойник! Давай! Великий объединитель! Невозможно! Бежи! Поймай его! Покажи, что умеешь! Вовремя! Ты выбрал сторону, которая потерпит поражение? Обязан! Сдавайся! Считай, мы уже победили! Этот враг так просто не сдастся! Ракета возьми! Довольно болтовни! Теперь ему не на кем-то спрятать! Ой-ой-ой! Это была обидно! Моя вера, защитит меня! Ты уверен? На! Моя великая сила не используется! Блин! Что-то не так! Да тихо ты! Я не слышу шепота жучиной ведьмы! Покажи им, что ты можешь! Но моя будет вера! Больно, но быстро! Ракета! Давай. Подрывай! Довольно! Сколько раз я уже спасал твою жизнь? Что бы я без тебя делал, ракета? Где он там? Моя вера! Защити! Я тебя защищу! Удрите свой конец! Они же убьют тебя! Давай! Не тратьте пули! Тут нужно касаться! Вот чёрт! Ракета, не спускай! Я в порядке! Вернемся к делу! Да! Да ты лучай! Обязан! Да! Давай! Когда все это закончится, мы прославимся! Да, и кто же хрена чего? Брал всем нам! Подожди! А, мы его ничего не можем сделать сейчас! Вам не словить! Остановить! Опасность! Получи! Клинок тебе в горло! Получай! Ракета, ты нас перепугала! Опа! Так, он нас глушит опять! Блин, все еще глушит! Спасибо за помощь, здоровяк! Нет, моя вера не дрогнет! Ну? Гамора, вперед! Как вам это? Давай! Я жажду разрушать! Давай, хреначим! Хреначим, хреначим! Моя вера защитника! Ай-яй-яй! Моя вера обрушит разум вас, разбойник! Шифра! Давай, 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 давай! Неприятель, да куда не денешься? Объедините! Ой-ой-ой! Эй,
Так. Зажигай! Смерть! Мой выход, камон! Время не может вышло! Быть. Что может быть? Останови! Опасность! Сейчас мы тебя расхреначим тут. Ну, в принципе, не сложно. В принципе. Нет! 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 Да, да! Хорошо. Нет! Мы почти у цели. Да, не очень-то он сложный оказался в итоге-то. Надо просто знать это алгоритм действий. Вот и все. Вовремя в сторону отпрыгнуть, чтоб тебя с шаром не сбил. Прошу. Меня даже Грут не воскресил. Он лгал тебе. Нам обоим. Посмотри. Смотри. Внимательно. Надежда. Что? Смотрю. Дитя мое. Ты сделала это. Ты вернула его. Кого его? Твоего друга. А ты, дитя, вообще чье? Мама, папа. Все обратно. Вот так. И дракон, который почему-то как-то в космосе летает, неизвестно. Там нету плотности воздуха. Почему она там дышит в космосе? Тоже неизвестно. Что, камушек обратно приобрел? Только у тебя цвет глаз другой опять. А вот все. Возрите вот. Ты как Ван Вижн или кто там? Великодушный страж созвездий. Ну, видишь, мы все темные. Ладно, ладно, отдаем тебе должное. Итак. Идем? Нас ждут почитатели. Вот, вот, нас ждут почитатели. Итак, это типа такие крутые сцены. О, смотрите-ка, костюм-то остался. Но мы чё, победили? Еще вмять как? Нам следует чаще спасать галактику. Я с вами. Обещаю, я не буду больше пытаться ее уничтожить. Хватит с нас обещаний. Мы заслужили славу. Давайте насладимся моментом. Давайте насладимся. Мне интересно знать, кто у нас тут почитатели. Так, эти танцуют. Подождите, это камень, нет этот? Да, смотрите, он... Ну, хотя да, вроде бы должен быть этот камень все еще. Булыжник этот. Веры. Вот ты где, старина. Космо. Нам придется составить множество отчетов. Собака-бабака. Вместе с щенятами. Наконец. Страж Галактик показал себя. Позвав подмогу. Мамочки, вы гляньте, какие малютки. Если стражу нужна работа, то у Космо всегда есть задание. Думаю, что прямо сейчас нам нужно пройтись. Эти маленькие собачки-бабачки, щенята. Господи. О, прикольно, прикольно. А где твоя голова-то, нет? Без головы пришел? Ой, а мы что, так уже далеко прошли от этой двери? Как-то
Вроде шли-шли и так уже далеко от двери ушли. Ты герой, разрушитель. Дракон. И твои друзья дохляки. Дама думает, я дохляк? Так-так. А это что за сладкая бомбошка в золотой обертке? О, гадость. Чего? Я Радикал Бендер. Мы скорбим о гибели твоих могучих питомцев и будем помнить о них. Они погибли, защищая своих. Это славная смерть. Вы вернетесь на Сигнар в 9? Ну, сперва нужно построить достойный дом для Фума. Иначе он пожрет все живое в моем мире. Если опять сбежит, позвоните нам. Обсудим расценки. Ну вот, ни хрена, она большая тетка. Да, такую-то в постель затащишь. Это не твоя Зинка, у которой сиськи на спине узлом вязать можно, да? Это шикарно будет. Так, кто еще? Нова! Вы помните хоть что-нибудь, что тут было? Вечеринка на весь космос, по высшему разряду. Вышло так себе. Было слишком громко. Это что, Дракс разру... Просто Дракс. А это... Охал, а это Гамора! Важные гости. Гамора. Вы пропустили потрясное выступление. Что? Дракс-разрушитель. Я говорю, лифун-фун-фун-сюн, этот, блин, все сожрет нахрен. Сколько там скелетов было, всяких животных. Жрал все. Ой. А это же мой корабль. А там девушка живет. Ура! Победили! Так, ламу можно отдать. Ты ко мне должна в объятия падать. Я была почти уверена. Что? Что чавкаешь? Вот так вот. Смрадные слюни. Кудлатая копытная. А, узрите, вот очередной страж галактики. О чем он? Он покажет тебе каюту. Только свободных кают нет, пенек. Я есть Грут. Что? Нет, вмять, нет! Грут, отдай свое! Куда я дену свой ценный хлам? Хорошо, что мы в этом финале, а не в грустном. А много ли было грустных? О, не счесть. Ну? За дело брался я. Прошу, пройди. Нет, ты давай. Нет нужды. Иди, иди. Нет, ты иди. Прошу, пройди. Пустое представление препятствует продвижению. По этой причине ты иди первый. Что ж, я преодолею путь в переднюю первым. Передний. Господи, кто тебе говорить-то учил? Ну? Так, это билет, нет, который я брал за хрен знает с какие деньги. Чё это? Я брал лотерейный билет, чтобы выиграть кучу денег. И где? Где мои деньги? Ну, что дальше? Не знаю. Перед нами все горизонты открыты. Очевидный вздор. Можем взять банк. Мы на мели. Эй, я не стану брать банк. Это почему? Веселуха. Ты испортишь ребенка. Не парься, Дракс, это лишь вариант. Но, в принципе, это реально заманчивый вариант. Укачало золотой. Ох ты. Неожиданное несварение. Наблюю еще здесь мне. Пара пустяков. На моем корабле. Ну, ладно. В общем, гальюн в хвосте, если нужно. Гальюн. Ну да, гальюн, правильно, это же корабль. В хвосте. Ну что, Мантис, вселенная в безопасности. Чем займешься? Есть еще кубрики. Не знаю. Пожалуй, вернусь на Ламентис. Где спят?
Говорят, земля хороша в это время года. О, ну да. Или же рвану на контракцию. В это время года? Какое же там время? Точно ли контракция завязала с этим обещанием? В любом случае, ребенку там не место. Да сколько можно? О, вид у тебя нездоровый. Могу оказать первую помощь. У нас, к прискорбию, нет аптечки. Да что ты говоришь? У нас есть аптечка. Изолента не считается. Ему бы просто имбирная эля. Все, ну наблюй давай еще. Не переживайте, со мной все ясно. Я чувствую себя прекрасно. О, да ладно. О, что ты, маску одел? Есть! Темная сущность пробилась. Что вообще? Ого! Вот вмять! Глава 16. Марус. Магус. Магус. А, да, тот вариант, где золотого бога поглощает зло, и он так рвется уничтожить галактику. И кажется, уничтожает. Такое чувство, что это букашка у меня в голове. И я в головах у вас всех. Так Магус не сможет подслушать ваш гениальный план. Какой именно? О, нет, вы сами должны доведать. С ним мы судьбой будем. Он планет, а мы, да? Все сдохнем. Моя финальная форма! Новая нор! Камень. Когда он нападал на нас с мамой, камень его отпугнул. Да, и я чуял его страх перед камнем. О, да! Древний камень! Из тех шести! Ничто другое не сможет удержать всемогущую душу Магуса. Хорошо. Значит, мы такие подойдем ближе и швырнем в него этот волшебный камень. Вот именно. Крошки, мошки, мерзкие бложки. Ку-ку, так он, а я наверху. Мантис, как нам подманить Амбала? Велись, перед новым идом склад. А что вы лучше всего умеете, стражи? Да какая там дружба? А это не намек на наше умение взбесить? Если кто и может гневить бога... Это мы. Ну же, склонитесь и мной восхититесь. Так. Кто более меня годится? Так. Браво, браво! Ты аплодируешь ему? Я хлопаю иронически. Он знает, что иронически. Да, хлопайте всегда. Нет. Ты даешь лишь обман и ложные обещания. Ты хуже всех! Так что доперло до него. Как бы он нас вообще расслышал? Если он планетами кидаться может. Так почему вы хлопаете? Дразним тебя, идиот! Вы что? Сказал, склонитесь! Че это? Че это? Мять! Вы издеваетесь? Отойдите! Я все сделаю! Ники, нет! Уходи отсюда! Поверь мне! Да! Все правильно! Вот так! Планета на нас движется! Живо! Вы че, блин? Вперед! Держитесь рядом! Какого хвоста, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я же говорила, что все сделаю! Ладно, это был просто отвал башки! Как ты... Без понятия! Просто... сделала и все. Блин, а тут... Что все чудесно, стражи, но опасность еще не миновала. Ну вот же. И отныне как мухи в пути. Осторожно! Эти паразиты неумолимы! Покажи им, брат! Блин. Тут куча насекомых! Готовься! Космические блоки! Гамора, вперед! Скажись со мной! Я озадачен нашим местоположением. Разве мы только что не были на Милану? Видимо, Магус теперь может управлять реальностью. Мять, слух, это звучит как не могу поверить, что судьба галактики зависит от...
это подбодрительные временные линии, где все еще... Перекиньте! Давай! Еще руки! А не минуты покой! Получите! А я как раз заскучала! Это тут недолго, да, как я понимаю? Ой-ой-ой, ползуны всякие. На, да я, они вроде не сложные. Эй, там еще эти твари! И жалкие жизни ждет бесславный конец. Так. Ну не достанешь ты, не доплюнешь. Так, 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 оп, оп, оп. Давай, дружище! Спасибо, дружище! А, вон он, что? Готов! Только не подпускаешь ко мне! Ладно. Что? Блин, оставалось-то чуть-чуть. Упрямые болваны! Не тратьте время, истуканы! Камень! Надо использовать камень! Он все еще слишком далеко. Кажется, он специально к нам не приближается. Чего ты ждешь, Квилл? Скажи что-нибудь бесячье. Да, разозли его своими неосмотрительными речами. Блин. Отбросьте вашу возню вопиющую. Любовь, морковь, красная кровь. Я понял, что ты любишь стихи. Не могу поверить, что тебе удалось стать еще более невыносимым. Шляпа, растяпа, вмятая кляпа. Косолапый! Вы меня раздражаете. Битва, молитва, бритва. Это просто бессмыслица. Это бессмыслица. Как только мы тебя встретили, сразу поняли, что ты просто куча словесного поноса. Теперь еще и зарифмованного. Неблагодарные ничтожества. Так, кажется, мы его довели. Так. Берегитесь, планета! Ники, готовы опять спасти наши задницы? Будь аккуратнее. Эй! Планета опять кидается. Я говорю, он планетами кидается, это же пипец. Я успел. Ну, держи этот шар. Все живы? Ты молодец, дитя. Я знаю, мы до него доберемся. Надо только продержаться еще немного. Вам на беду призовок тут. Придавит этих жуков! Космические блоки! Ну-ка! Да. Эй, Квилл! Рун говорит, жуки позвали друзей! Гамора, руби! Последние слова! Мое почтение, Питер Квилл! Ты мастерски! Получите! Нафиг. Чё, не взять он, да? Ты подумай, всего этого можно было бы избежать, если бы не глупый спор. Мама была права насчет тебя. Она все время твердила, что тебе надо повзрослеть. Да. Бам! Да ладно. Поберегись! Покажи им Гамора! Ой. Разумеется. Может быть, даже дорогие сделаем. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Не, подготавливается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, блин, за мной эта червь охотится. Что дальше, Квилл? Давайте. Окей, кретины. Ваше количество ни на что не повлияет. Еще этот кидается сверху. Что дальше, Питер? Держи. Тебе дал жопки. Что дальше, Питер? Дальше. Да хреначьте вы их сами. Чего вы не можете? Делаем больно, Гамора. Блин, ну вот тебе. Надо было летучку созывать. Как
поэтому вы за камень с Магусом внутрь... Рано или поздно все склонятся передо мной. Вся галактика склонится. Народ, с камнем что-то происходит. Настал ваш час, стражи. Подмани его, Квилл, иначе не попасть. Так. Покоритесь мне. Я спровоцирую. Сказал, покоритесь. Да как можно быть таким тупым с такой огромной башкой? Мы никогда не сдаемся, без шуток. Ты нас что, плохо знаешь? Вот именно, мы стражи галактики. У нас даже визитки есть. Мы скорее умрем, чем покоримся. Это визитка была. Вот вы это значит. Вы смеете перечить. Да я могу вас изувечить. Ой, да заткнись уже. Что ты сказала? Она сказала, что ты ее достал. Издевками ранишь мое. Что? А мы на какой-то площадке. И... Нет. Подожди, все, понял. Блин, с перепугу-то не то нажал. То есть нажал то, но не в то время. Ладно. Давай. Беги, 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 беги. Ай-яй. На, ух ты. Я подбил его. Тунг. Это Квилл! И... Мять. Камень спалит тебя, Квилл! Так же, как в прошлый раз! Сваливай! Ничего страшного! Блин, мимо! Мимо! Опять игра сейчас начнется. Букв, подождите. Минутку. Давай. Бежит. Сначала пробел. Так, Маргус, смотрите, там такая морда Маргуса. Ай-яй. Так, теперь буква Е. Теперь буква F. Теперь буква Е. Там морда Маргуса, он в правом верхнем углу, это вообще кексмар. Ух ты! Да нет! У меня же маска, супер маска есть! Давай! Смогу! А, он в пробирке вообще был! Вот это хрень! Случайно вообще освободили. Ну, есть? Есть. В камушке. Камушек. А может это была ипостасия силы, вот этот якобы бог? Это... Жить-то он будет, да, Мантис? Главное, он это осилил. О, как и все вы. Жук. Не он должен был собой жертвовать. Ты-то уж молчал бы. Вот, Грут, что бы мы без тебя делали? Такая радостная. Живой. Нам заплатили. Еще нет, брат. Значит, все кончено? Окончательно? Ну, Магус пока заперт. Самая изменчивая сущность галактики снова у них камня души. Нам остается...
остается решить, что с ним делать. Продать. Уничтожить. У вас обоих так себе идеи. А если камень уничтожить, она не будет свободна от своих оков. Он хочет объединить обе идеи. Камень канет куда и как. Дело держателя. Эй-эй-эй-эй-эй. Он хотел убить нас и съесть галактику. Сложно сдержать сию смертельную силу. Судьба создателя — стать сторожем. Никто его не устережет. Мантис, шансы, что галактике конец, если мы возьмем камень. Высоки. А если Златовласке отдать? Невысоки. Ребенок разумен. Совершенно свободно страшная сила действительно дерзко делит душу. Приятели помогут. Ну так, на всякий пожарный. Шансы плохого развития событий, если мы толкнем камень. Предельно высоки. Лучший способ избавиться от Магуса навеки вечные — это совместные усилия. Ну да, отдай ему камень. Знаешь, как только ты почувствуешь несварение... Сразу свяжусь. Ваш веселый вертеп делает доброе дело. Вертеп. Прошу прощения, поскольку хотел убить вас и съесть галактику. Прискорбная промашка. Вот так. Что говорить? И ты прости. Я будто плюнул на машину случайно. Оскорбление в твой адрес. Смирять стоит скверный соблазн. Особой отваги обладатель обязан обрушить. Он серьезно всегда так говорит? Грубо говоря, все супер. Ну вот, попроще, дело понятно. Же... Ты лучше это ей скажи. Сейчас нет, от... нет, нет. Да, да, да. Ну? Блин. Гадость. Чё мы эту раму-то не отдали? Нахрена она нам нужна? Суперскоростная. Так. Ну, я думаю, на этом уже все. Играйте, играйте. Игра очень хорошая. Очень хорошая игра. Вот. Как оказывается, можно сильно-то и не собирать эти, потому что потом насобираете так, что и девать-то некуда будет. Деньги тоже, как я понимаю, здесь не нужны были. Это такая мулька. Ну а мы с вами уже увидимся уже в другой игре. Пока!